Смотрите, у нас вот есть вот такие раунды, видите, типа, у нас картинок там, ох, сколько? Блядь. 3, 6, ебать. 7, по 49 картинок с каждой стороны, то есть одинаково, охуеть. Да? Ой, да, сейчас я вас... Сейчас я вас чуть-чуть этот сделаю, вот один ряд. Смотрите, одна команда загадывает одну картинку со своей стороны, другая команда загадывает тоже одну картинку какая-то и пишет мне. Все. Ваша задача в этом шоу будет по очереди задавать вопросы и отрезать кого-то. То есть, например, вы там спрашиваете, вот, например, у нас есть... А, я знаю. Как с Карташками, так игра, да, понял. Да, да, вот, например, да. Вы вот спрашиваете, этот персонаж из Марвел? Они вам говорят, нет. Значит, всех из Марвел вы убираете. Я чуть-чуть разбираюсь. Ну, я условно, например. То есть вы убираете... Да, я сам буду... Не, ну я буду убирать там. Типа вот, всех из Марвел мы убираем. Сломал шоу. Не, я пока... Вообще охуенно, это я люблю такое. Это охуенно прям, да. Смотрите, да, выиграет тот... Давай ТГ, давай Джонни, сейчас нашему игре. Да, вы пока определяетесь друг с другом, там... Сейчас супергероем, да, сейчас мы... Не, ну я не знаю, вы решаете, какой раунд этот. Последний раунд будет самый этот, лучше это со стримерами, потому что он самый хайповый обычно. Тут у нас есть такие ютуберы, видите? Животные, можем с животных начать. Вот так, стримеры это наконец. Ну вот, в общем, посмотрите раунды и можете что-то выбрать. Ютуберы, виды спорта, еда. Мы всех все равно будем проходить, правильно? Или мы выбираем что-то? Слушай, Алекс, а почему у меня с еды, блядь, нету двух картинок? Ты съел нахуй их или что? Фильмы, вот, бренды. Ты специально футболку надел такую. Да, 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 чтобы ты пришла. Да, чтобы меня задобрить, прости. Прикольно. Что там за футболка? Мерч боёво. С моего того двухлетнего мерча. Уже 2 года. Ты сказал двухлетним, типа, бля, чел, ты 2 года ходишь в футболке. Да, ты 2 года ходишь в футболке. Роман, а там вот с этими, с известными, вот тут давай прикольно, с известными людьми. Вот да, это, да, вот да. Это охуенно, я думаю. Давайте, все, да, окей, да, загадывайте кого-то, я правда эту... Ты поняла, что надо делать? Ну, почти всех знаю, наверное. Грин, чекай сейчас. Да, они отгадали. Здорово, работяги. Добро пожаловать на скинозавод. У нас тут все просто. Посередине баланс шестеренок. Их тебе сразу же 1000 штук насыпет. Слева конвейер кейсов, стреляй по кейсам и смотри, что внутри. Одно открытие стоит всего 10 шестеренок. Справа скиногенератор. В нем раз в 2 часа производится бесплатный скин, который можно улучшать за шестеренки. Твой прогресс сохранится до конца осени. А снизу мастерская, там наша шаурочка чинит получаемые на заводе скины и помогает их вывести в твой Steam. Ссылку на временный скинозавод на Epic Drop я оставил в описании. Получи 1000 шестеренок за регистрацию и осеннюю операцию с халявным ножом бесплатно. Да, да, да. Я услышал, что... Что убрать? Да не ты. Так, все, вы мне скинули? Что я написал? Я его, ну, так я и предложил его просто. Да все, все, го. Уронил. Ой.
С такими загадываниями, да. Мы... А я вас не слышу, что ли, или что? Нет, мы замолчали. А я жду, меня пока что никто не скинул. Только Хэмилтон накидали, но его раскрыл. Угадал его. Конечно, конечно. Все, без уточнений, Ром. Все, понял. А 1-3, Тасхаб Тамаев? Где? 1-3, смотри. Тасхаб Тамаев. А кто это, кстати? Эминем? Вот этот? Нет, 1-3. 1-3. 1-3, а. Третий вот он. Понял. Это, да. Найс. Подожди, у нас тут очень жесткая этот... Понял, ссора пошла. Девочки, если что, вы выбираете не самого красивого актера, там вы просто должны кого-то загадать, кого угодно. Не, мы просто... Короче, освещаемся. Да ладно, ладно. Ну... Да... Все, го его? Да, давай. Это же кого? А кто, чей очередь первый? Кто выбирает? Роман. Блин. А, вот смотрите. Сами между собой сейчас решите, потому что второй раунд будет начинать другая команда. Мы фор даем им. Давай ее. Давай ее. Понял, спасибо. Они наоборот пиздят. Они сейчас наоборот пиздят. Они уже спалились, поэтому сказали ее. Но меня еще ничего не написали еще до сих пор. Даже я же написал. Ну, вы да, вы да. Мы вас обманули сейчас или нет? Или не обманули? Да, ну проверим. Короче, начинайте. Да они мне не написали еще. Бля, они так долго думают, Бекхэм или Бибер. Все написали. Ну, блядь, Джонни, не этого нахуй, не спугни рыбу, я ебал. Все, понял. Все, ладно. Я сейчас не поняла. Смотри, кто хочет сейчас этот первый начинать? Да давай мы, похуй, Джонни, похуй. Хорошо, давай. Все, девочки, тогда давайте следующие будут задавать первый. А что в финале, Джонни? Вопрос задает первый о нем. А, блин, нам, давай. Да или нет, да? Да, Джонни, ну то, что я тебе написал, давай. Это мужского пола? Да. Все, убирай всех. Женщин убирай. Все, Джонни, второй, следующий вопрос задаю. Все, да, у нас коммунизм. Все, у нас коммунизм. По очереди. Все, поняли. Так, подождите, я еще удаляю женщин. А можно я пока посовещаюсь? Ты Билли Айлиш не удалил. Билли Айлиш. И вон этот. Ну, мы можем их спросить, это женщина, если они ответят. Не, такой же вопрос, одинаковый вопрос. Нельзя такой же. Mm-hmm. А могу спросить, если у персонажа сиськи, это уже другой будет вопрос. Ну, у всех на сиськи. Ну, они у всех есть. Ну, молочные железы. Давай по-другому. Так, у всех. Персонажа... А давай, знаешь, как спросим? Давай спросим, есть ли у персонажа пенис. Ну, мы не смотрели, мы не знаем. Это же другой же вопрос. Ну, да. Ну, в теории можно, да. А если мы не знаем, мы же не у всех смотрели. Подожди. Тут как бы очень, ну, как бы такой вопрос. А где пенис, понимаешь? Тут тоже как бы, понимаешь. Подожди. Спереди, наверное. Ну, бро, тут тоже надо понимать. Ну, если такой, можно задать вопрос? А мы задаем вопрос, есть ли у вашего персонажа пенис? Ну, вообще, это реально гендерный вопрос о нем задали. Вы такой, по сути, задаете, такой же, по сути. Ну, он белый. Да, все, сосите жопу. Нет, знаешь, один отрезал пенис, и мы сразу бы с одного вопроса бы отгадали. Таких тут нет, сосите жопу. Есть. Кто? Нету. Кто? Давай, попробуй, пиздани. Так, ребят, еще лично от себя очень сильно прошу, вот про 7-3 ничего не говорить плохого. Про, да, тут про 7-3 тут вообще нельзя ничего говорить. 3. Просьба... 7C, да. А, я поняла. А всякий... можно, да? На всякий случай. А 7G можно? Можно. Так что, нам... Блин, просто нам нужно какой-то вопрос. Давайте вопрос уже, ну, девчат. Ну, хочется как-то тоже исключить, либо девочек, либо мальчик. Ну окей, а можно задать вопрос, длиннее волосы у персонажа, чем 10 сантиметров? Можно. Но мы не мерили, не знаем. Мы не мерили. Ну, блин, ну так... Считается про гендер. Хорошо, гендер. Давай про пенис ответим. Ответим про пенис и все. Нет, если... никакого ответа про пенис. Ну мы же тоже не уверены, типа, вдруг кто-то... Ладно, про пенис дали, подходит, пофиг. Пенис может быть и у одного, и у другого, пенис, в принципе. Бро. Давайте. Отвечаем? Есть ли у персонажа пенис? Есть. Да.
Значит, убираемся. Как же они ломают? Так, девочки, у кого нет пениса тут? Да, теперь давайте, блядь, по очереди, нахуй. Ну, у Кайли Дженнер нет пениса. Так. У Ариана Гранде, у Анджелины Джоли. Ну да, убирайся, девочки. Ким. Дженнифер Энис, как ее? Да. Слышишь? Да. Смотри вопрос. Угу. Селена Ломес. Кто? А, да, Селена. Лена ниже, Ром, ниже. Вижу, малышка. Вроде ну, у остальных, что? Наверное, есть. Вернее, у Уотсона у нее есть пенис. Ну, ты задавай вопрос, но смотри, типа... Ну да, кстати, да, можно. О, парни, как думаете... Ой, чат, как думаете, кого загадали парня, кого девушки? Так, чисто. Чё, пацаны, давайте, ваш вопрос. Давай, хороший Джонни, хороший вопрос. Ну, задавай ты его. Я бы даже чуть-чуть бы скорректировал. Есть ли на фотографии вашего персонажа официальная одежда? То есть рубашечка, галстучек, пиджачок или просто рубашечка? Да. Да. Значит, мы убираем этого боксера третьего. Так, это слева, мы убираем боксера, минуточку. Да? Да, да, мы гонщика убираем, один G. Я тоже вопрос, Ань. Так, Леброна, Месси. Эминема тоже. Месси, да, Леброна. Да. Этого, да. Эминем, вон, да, 3А. Эминем? Хэмилтон, вон. Вот этого, да, тоже. Так, Кену Ривза не видно тоже, кстати, тоже. Кену Ривза тоже. Ну, они не мешкали, значит, Дуэйн Джонс, наверное, тоже убрать, потому что у нее официально это как будто. Да. Ну, смотрите, если вы кого-то уберете мимо, то... Мы понимаем, но они не мешкались, они не всматривали, значит... А, на Усика убираем? Да. Да. Криро. Криро, Бибер. Бибер, да, тоже Бибер. Нахуй. Джон Сина, этот слева, я не помню, как его. Маркс Варштаппен, или как-то так его зовут, по-моему. Макс Траппен. Слева он еще, футбольчик. Да. Этот, да. Неймара, да, этот, Фьюри. Да. Этого. Да. И, да. У этого неофициально. Ну, это да. Неофициально. Все? Остальные, в принципе, похожи. Нормально. Да? Нормально убрали. Да. Так. Девочки? Аня отошла, я ей предложила вопрос, она пока вот не дала ответ. Окей, ждем. Ань, прочитай, это... как тебе такой вопрос? О, слышишь, смотри, вопрос. Давай. По фотке можно, конечно. Давай. Ладно, этот персонаж спортсмен? Да. Окей, убираю. Да. Да, Илон Маск минус. Да, вот этот... Илон Маск убираем, девочки, да? Ну да. И второго тоже, ну или что это? Не, второй это тренер. А. Так, вот этого убираю, да? Владелец какой-то. Джей Клуни или кто это? Да, это Клуни. Да. Это убираю. Это певец, убирай. Римана убираю. Это тоже. Вот на спорчике. Это этот, как вы? Джонсон. У него... Да, Борис Джонсон, его убираем. Ди Каприо. Ди Каприо убираем. Ну, тут всех, наверное, убираем, да? Убираем. Эминем. На самом деле, насколько как будто правильно, чтобы команда, которая задает вопрос, сама убирала. Слышишь, Ром? Ну, так они и убирают, они мне говорят, кого убирать. Не-не-не, чтобы... Ну, они сами будут убирать. Ну, они же убирают. Они сами уберут. Не-не, ну, если они проебутся и уберут случайно, кого мы загадали... Не, вы корректно ответили на их вопрос, поэтому я все контролирую. Девочки, окей. Безоса убираем? Это спортсмен. Это спортсмен или кто Безос? Это? Безос Амазон. Подожди, а если... Наш отец святой. А если он не тренер команды, а владелец команды, то он же не спортсмен? В прошлом, может, спортсмен. Ну, давай пока оставим. Не, ну, нет, это амазоновский чел, его убираем. Нахуй. Все, пизда. Бан, нахуй. Убирай Том Хэнкса. Ой, ну да. Этих двух оставляем. Байден. На спорте сейчас. Киану Ривз тоже минус. Бекхэм оставляй. Вот это я не знаю. Джон Сина, типа спортсмен. Ну, он... типа он как? И спортсмен-качок? Ну, он в прошлом. Так, мои ребят, что с Макроном делаем? Убираем. Джеки Чан, кстати, тоже спортсмен. Он там все эти делал сам трюки, фильмы. Ну, это не спорт, это каскадерство там, типа, и так далее. Кто, где, кто? Джеки Чан. Так, Бибера убираем. Джеки Чан — это не спорт. А нахуй мы помогаем, пиши в сраку. Ну, да, пусть они задумаются. Этого убирать, а Джеки Чана убирать. Но я думаю, тут про основную деятельность имеется в виду спорт. То есть, ну, сейчас в основном он не выступает за какую-то команду или еще что-то. То есть, Эскала тоже не подходит.
Слышишь, Гвен, чекай. Подожди, а 7А тоже, наверное, убираем? Это кто? Я даже не знаю. Это Цукерберг. Убираем его? Убираем. Ну, добираем, да. Ага. Ну, кстати, да, фактор. А, кстати, подожди. Не-не-не. Нормально вы, девочки, кстати, хорошо прям ёбнули. Ну, хорошо. Сейчас мы ёбнем их нахуй. Джонни, ты задаешь или я забыл? Так, ребят, самое главное, задавайте вопросы суперкорректные, то есть... Ну, вы понимаете, да? Хорошо. Снимался ли данный персонаж в кино? А если мы не знаем? Да, вот это такой, короче, это... вот поняли, такой вопрос уже, помню, был, там, блядь, каждый вообще этот снимался в каком-то фильме. Я фильма не видела, можно я так отвечу? Ну, я тоже. Может быть, конечно, где-то... Советую вам переделать вопрос, потому что... Хорошо, давай прорастите. А, ну это уже они знают, что это не самые популярные актеры Голливуда таким вопросом. Это можем шотнуть не туда. Ну так ладно, вы не знаете, тогда посмотрите, скажите, ли он снимался. Стрельный вопрос. Ну давай, давай просто, ну типа, ваш персонаж актер? Нет. Нет. Ну все, ебать, убирай тут миллиард нахуй. Так, вот этого, это Клуни же третий, да? Он актер же, да? Да. Да. Морган Фриман. Тоже. Ди Каприо. Дрейк. Вон. Подожди. Это, Дрейк. Что, Дрейк. Этот. Том Хэнкс. Ну, этот чувак. Ну, вот это Том Хэнкс, да. Том Хэнкс. Убирай. Том Хэнкс убирай. Киану Ривза убирай. Джеки Чана убирай. Уилл Смита убирай. Роберта Пурирури-младшего убирай. Трамп снимался в фильме, кстати. Да. То есть, отчасти можно... Стоп, я сегодня смотрел «Один дома», его там не было почему-то. А, вырезали его, блядь. В детстве мне всегда казалось, что он там был, а сейчас его не было. Вырезали, сука. Ну ладно, хорошо. Ну ладно, это мы про основной имеем в виду, то есть он не актер, ну... Хуй знает насчет Трампа. Ну он, ладно, он снимался, Джонни, но он уже не актер. Джонни, а. Я придумал. Ну, девочки, давай. Ваш вопрос. Сейчас готовим. Бля, ну как будто тут... Че думаешь, спросим про это? Тут все как будто это, слышишь? А, ну да. То же самое тебе сейчас пишу. Блядь, я только не видела, что у меня. Бля, ну тут... Но... Чат, еще там каждый снимался где-то, я вам клянусь. Знаешь, что я думаю? Напиши. Не, он не актер, Джонни. Этот, короче... А, напоминаю, можете загадывать вопросы по фото даже. Задан, ой, блядь, связан ли этот человек, человек с футболом? Да. Ну все, тогда убираем боксера. Боксера, гонщика. Шумахера этого. Лейкерса, теннисиста. 4Б тоже гонщик какой-то. Льюис Хэмилтон. 5А убирай. Д... 5 тоже. Угу. Вот это тоже. Ну там 6... тоже, да, да? 6Е. Потом 6G, по-моему. Убирай, да. 7Б убирай. И остается у нас 6. Нормально, нормально. 6? Еще 6. Раз напоминаю, если вы хотите угадать преждевременно, вы говорите на своем ходу, угадывайте кого-то. Если вы правильно угадали, вы выиграли. Если вы неправильно угадали, то вторая команда имеет право задать еще один вопрос, то есть отрезать кого-то, и после этого тоже угадать. Вот так. Окей. Вот, короче. Сейчас мы думаем над вопросом. Давайте, пацаны. Хотя бы мы, по идее, вопрос можем уже обсуждать вслух. Смотри! Нет, Джонни? Ну, теперь можете, ну, да. На всякий случай вот так просто. Вы можете всегда вслух обсуждать. Мы просто да. можем так, мы просто можем вопросом отдать им вопрос какой-то грамотный, понял? Ну, вообще, поэтому... Ну, да. Но вообще, кстати, вот то, что сейчас написал, вот, это очень хорошая тема. Мы на Next себе нормально джазу даем, давай. Чё, сейчас сделаем насчёт этого? Давай. Хорошо, вопрос такой. Есть ли у этого персонажа галстук, либо вот бантик? Ну, вот, короче, что-то связано вот с официальной вот этой одеждой и галстуком. Короче, на шее. Есть ли какой-то у него аксессуар на шее? То есть галстук — это аксессуар, и бабочка тоже аксессуар на шее. Да. Ну, тогда и шарф тоже считается. Да. Ну, тогда есть. Тогда да. Эд Ширана, Дрейка убираем, Безоса убираем. Да. И получается, блядь, это шарф? Джонни, это шарф у Илона Маска? Ну, я не знаю, для воротника это. Это как будто шарфик такой чисто этот. Бля. Короче, Джонни, если нас сейчас не кильнут, два вопроса, и мы их заканчиваем, нахуй. Давай. Пацаны, а как так получилось? Вы первые задавали вопрос, и вас ебут. Потому что в категорию попали.
Да мы разминаемся просто, бро. Давайте, девочки. Секунду. Да, давай вот это тогда я спрошу, вот то, что ты предложила, Юль. Давай. Есть ли у этого человека какая-то что-то красное на одежде? На фотографии. Да, да, да. Да. Тогда 1-2 так... убираем. Ну, Месси оставляем, Роналдо и вот этого тоже, да, Дефора оставляем. Вот этого убираем, вот этого тоже убираем. И 7D убираем. 7D убираем? Ну, а да. Можно по фотографии? А это вижу красные ребята. Где ты там, ну, видишь, там... на фоне? Что... Не, ну вы сами смотрите, я могу убрать что угодно, но я там вижу что-то красное. Убери 7D. Убирай. Смотри, Ром, смотри, мы задаем вопросы, мы сразу после этого вопроса можем, ну... Не, вы задаете вопросы, да, вы можете просто сейчас прямо угадать попробовать. Так если мы не угадываем, то мы просираем, правильно получается? Популярные футболисты, я могу загуглить имена вот этих людей, которые остались у нас? Да, можешь, или нет. А почему вы пишете 3-2-2? Они сами решают чат еще убирать. Че, делаем, Гвин, тогда вот это вот? Ну, давай. Похуй. Хорошо, все, мы задаем вопрос. Не, по-моему, чтобы не оставил. Давайте, да. Этот персонаж политик? Нет. Нет. Не политик. Убирай Бекхэма, Илона Маска, второго этого... Билл Гейтса. Да, Билл Гейтса. Стоп. Наоборот, я политика должен убрать. Он не политик, да, надо политиков. У вас тут Бекхэм есть, запомните. Бекхэм, да. Окей. Да. Еще раз, он не политик, правильно? Он не политик. Да. Бидона. Вы помните, да, у вас тут Бекхэм есть? Да, все, ну мы, у нас как бы... Че, Байден? Мы типа спросили, это человек политик, а мы ответили нет. Все, убираем, давай, похуй, политик. Макрон. Трамп, это... уважаемый человек. Это тоже. А второй это кто вообще? Второй это, блядь, Анчелотти, нет? Голос или что-то такое, блядь. Анчелотти, нет? Кто? Анчелотти или как-то Анчелотти. Что-то знакомое. Блядь, да ну нахуй, я угадал, это реально Анчелотти. Да, это тренер. Тренер, да. Ну, короче, у нас все равно ответ есть, мы знаем, типа, мы уже поняли. Девочки. Стрельным, да? Смотри, Ань, если мы сейчас сами не попробуем угадать одного из трех, то они будут сразу угадывать. Но они могут промахнуться. Не, они будут не то что угадывать, они будут вопрос задавать и потом угадывать. А, то есть мы тоже можем вопрос задавать? Нет, вы можете сейчас только угадать. Это вот так, такие санкции для преждевременного выстрела такого, знаете. Так нет, если мы не будем преждевременно. Ну, вы можете сейчас попробовать одним вопросом отрезать, ну, вы можете, да, сократить, но дальше их ход будет. Да, я понимаю. И они тогда будут угадывать, но могут не угадать, и мы тогда точно уже заберем победу. Да, может так быть. Посмотри, что я тебе написала. Ну, я поняла. Ну, ты не хочешь рисковать и сразу угадывать, да? Ну, можно и рискнуть. Можно рискнуть, но... Ну да, но тогда как они будто точно... Не... Ну да, как будто бы не самое очевидное. Просто для меня два варианта более очевидных, чем третий, например. Нет? Ну ладно, мы не будем рисковать, мы зададим вопрос. Да, точно. Вы при этом вопросом можете отрезать так двоих, что один останется у вас, и вы выиграете, если у вас один на поле останется. А, ну давай тогда. Вот этот вопрос пробуем? Вы можете просто двоих убрать сейчас, если у вас один останется, то вы уже выиграли. Ты думаешь, это более правильная постановка вопроса, да? Ну... А, просто если вот как у тебя, ну, то это не исключение. Еще два варианта могут быть между собой. А если как я написала, то... Ну давай как ты, короче, я запуталась. Или... Всё, Аня задает вопрос, я запуталась. Короче, я тоже запуталась. Ладно, у этого человека темные волосы на голове. На фото. Да нет. А, ну, ну все. С победой, девочки. У вас Бекхэм был? Нет. Нет, Марк Цукерберг. Парни, отъебали вас в жопу. Бля, ну я вот... Да, блядь, Чоня, ебаных этих, сука, велосипедистов ебучих нас загадывал. Нахуя, блядь?
В смысле загадывай? Нормально Неймара, блядь, до конца Неймара держался. Я даже не знаю, кто это, блядь. Красавица держалась за последнего, да. Так, ну да. Осталось трое, я сразу поняла, что Неймар, то что мы... Далее. Бля, я еще про актеров сказал, я еще загуглил, Цукерберг снимался ли в каких-либо фильмах вообще. А вы видели, как я сказала? Типа, а кто это вообще такое? Что за Марк? Да, ты там так фыковал. Марк Цукерберг, это кто нахуй? Я говорю, написал, они фыкуют, скорее всего, типа, так типа, ой, не знаю. Чё? Не-не-не, я просто тыкнул на другую тему. Сейчас будете выбирать что-то. Вот это вообще скип там по... Тут и парни не знают, скорее всего, тут никого. Я... Не, я знаю, вообще не знаю. Лана Керригана знаю. Семеро человек. Всё. Так вот. Ой. Есть супергерои. Чё-чё-чё. Мультики. Чё-чё-чё. Вот это. О, игры. Слышишь, Гюн, посмотри. Посмотри, что пишу. Не, ну вам за игры надо всем супер жестко шарить, если вы хотите игры. Ну, да. Есть бренды, можно просто бренды как будто. Хотите? Можно, да? Ну, мне похуй. Можно, да. Только будто все шарят. Все, девочки теперь задают первый вопрос. А, загадывайте и скидывайте мне сначала. Давайте мы подготовимся только, да. Давайте. Чат, делайте пока ставки. Бренды скучно, так наоборот от брендов до хуища вопросов. Тут, блядь, в одно сколько конфликтов делалось из-за этих брендов ебучих, как... Бля. Все, мы пикнули. Кидайте мне. Давай. Мы пока выбираемся. Я понял, окей. У парней есть уже. Так, мы тоже. Юля, пишешь или мне написать? Пишу уже. И сейчас еще раз погуглю. Можно же, да, посмотреть уточнить? Нет, нельзя! Можно. Нет, нельзя! Мы написали Ром, хватит курить. А вот, блядь, сука, даже на стриме уже курит, ебать он... Гад. Просто гад. На стриме она была опа. Я сейчас смотрю, есть прикольный вопрос. Ну смотри. Бро, главное себе в колено не уебать. Давайте. Теперь мы первые. Да, девочки. Так, да, мне да. Скинули только парни вроде. А, нет, вижу. Здесь я тебя да, уже да, все, вижу. Все, базар. Как тебе мой вопрос? Вон, посмотри повыше. О, это вообще, это умом, Юль, как будто. Это наш. Давай все, фигать. Ром, вопрос разъебалово, готов? Ну-ка. Есть ли черный цвет в лого? Нет. Заебись, убираем все. Подожди, а теперь они справа? Да. Мерседес убираем, Лакости убираем, Амазон убираем. Ну, BMW-шка, думаю, там черный. Убираем, Феррари черный, Мастеркард черный. Майкрософт, кстати, серый, но они бы задумались, если бы... Ютубчик убираем. Думали. Ну да, мы подумаем насчет Майкрософта убрать, либо Ютуб убираем, Sony убираем. Подожди, а про логотип или название? Логотип. Ну, то, что мы ну, видим то, что на экране. На картинке, да, типа. Мы же загадываем то, что ну, на картинке. Да. Хорошо. Хотел, убираем. Да, пожульничать. Я уже пожульничал. National Geographic убираем. Да, убираем. Мета убираем. Starbucks убираем. Louis Vuitton убираем. Starbucks мы не убрали, Ром, что-то. Ну, убрали, он тоже Юль, можешь же. Сказать, можешь так сказать, Bentley, вот как вот на видосах в ТикТоке. Давай, Ань, говори ты. Не, я не умею. Так ты уже сказала. Короче, убирай Bentley. Bentley. Nike, Pro. Нахуй. Adidas, нахуй. Walt Disney, нахуй. Audi, туда же. KFC убираем? KFC убираем. Ну, получается, да. Там у него бабочка. А Volkswagen какой цвет вообще, я не понимаю, синий там? Синий. Там темно-синий. Ну, смотри, как бы в мазе чуть-чуть есть черного.
Ну, давай просто будем... Девочки, вы можете убрать что угодно, я вам говорю. Вы можете... Я знаю. Хотите Spotify нахуй уберу? Нет. Ну, смотри, они бы, если бы это у них была Mazda, они бы не так быстро бы ответили нет. Так что, думаю, это не Mazda. Ну, давай Mazda тогда убираем. Угу. Да. Ну, все, давай пока оставим. Да, ладно, остальные похуй, найти нам машинки. Да нет, Джонни, по сравнению с тем, что как они нам уебали, блядь, тут очень мало сейчас что-то... Ну, посмотри, ну вопрос, в принципе, нормальный. Тут, если посмотреть, тут очень много с этим связано. Ну... Ну, регай, похуй, типа, давай, по-почерку. Давай, давай, попробуем. Ну, попробуй, но мне кажется... Молю, третий раунд не стример, заебал одно и то же. Чел, в прошлый раз это, блядь, проводил еще 100 дней назад, нахуй, что тебе заебало? Короче, Ром... Джонни, стой, стой, Джонни. А? Блять, ну слышишь? Ну... Хотя нет, в обратном... Это тупой, просто там с подвохом, с подвохом, с подвохом. Ну, давай, давай, регаем тот вопрос. Давай, 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 похуй. Короче, является ли это, ну, бренд связан с едой? Напитки — это тоже еда. А. Имейте, ребята, все, все имейте в виду, что какие-то там челы могут что-то... у каждого бренда может быть какая-то там булочка или мыло там, например. Да, 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 да. Удав, да. Например, шоколадки есть, там вот такое, имейте и в виду. И у Икеи тоже вот эта еда типа есть. Все. Да, да, Икея охуенные фрикадельки. Да. Ну, наш бренд нет. Не специализируется нет, на выпуске нет. Еды. Да, нет, но вопрос не специализируется, а связан. Ну, нет, у нет. Косты есть конфетки, блядь, а я не знаю. И что, убирай сам. Ну, надо загуглить. Не, они вам дали нормальный ответ. Сам гугли. Они вам дали нормальный, да? Да, наш бренд не специализируется на выпуске еды, а дальше убирай сам. Будем гуглить тогда, похуй, похуй. Икея тогда. Так, что мы убираем? Ну, давай, давай, самое очевидное, самое очевидное. Кока-кола — это напитки, Макдональдс убираем. Так, погоди, Кока-кола. Кока-кола? Макдональдс, Пепси? Макдональдс, Пепси. Нестле. Нестле. KFC. А KFC, Starbucks, Subway, Domino's, Toblerone. Дав там есть шоколадки, поэтому давай, пошли нахуй, если там Дав. Ну, да, убираем Дав. Ну что, там есть шоколадки, да. Так, Burger King. Да, Джонни, конечно, вопрос пизда. Не, ну тут видишь, типа, попал, не попал. Мы пока все думали, только вопрос про еду у нас был. Ну смотри, все, Икея у нас про специализацию, мы задали вопрос, связанный с едой, но Икея связан с фрикадельками. Убрать. Вот мы думаем. Что делаем? Да убирай, убирай, да, там, там еда есть, в Икее прям столовка охуевшая, бля, в самой Икее есть. Вы чё, всё, тогда 100% убираем. С едой связано. Все, мы все посмотри, убрали. Друзья, ну, по идее, из такого, да. Похуй, пускай думает, давай, давай думать дальше, у нас очень много девочки. Ситуации. Очень хороший вопрос забрали. Сейчас. Давай. Да. Нельзя уже задавать про цвета в чат. Про цвета уже нельзя. А жаль. Да, да, ты услышал. Я тоже хотел сейчас цвет ебать. Бля, забыл, что мы загадали? То есть цвет нельзя, а про письку и про пол можно, получается. Надо какую-то изъебку придумать, чтобы сказать, получается, правильно? Ну тогда я код цвета напишу, типа вот это F. Да, если да, код. Да, это же не цвет, ебать. Это код цвета. Я именно код спрашиваю. Я тебе написала. Так, девочки, сейчас ваш вопрос. Бля, слышишь? Я тебе написал вопрос. Я вижу. На формулировку, Аня, смотри. Пишет, стоп! Apple же продает блоки питания. Убирайте. Блять. Мне кажется, они сейчас такой же вопрос хотят уебать. Подожди, может быть, вот так вот? Окей, есть ли в названии этого бренда буква О? О. Слышишь? Да, они телеграм сидят или что? Ты им пишешь или мне, блядь? Ты им пишешь или мне, блядь? У нас конфа просто. Нету. Я эту хуйню сейчас обсуждаю, думаю, что за хуйня. Xbox удаляем. Нету. Так, что мы удаляем? Название, да, в названии. Название буквы О нет. Подожди, ты же это не наше, не наше. Наше вот это. Тарян. Xbox Lukoil. Это не Лукойл. А, Shell?
Так, не, Лукойл, Лукойл убираем. Оба, okay, да? Убираем. Колу убираем. Макдоналдс убираем. От Hyper PC или как это? Нет, HP это нет. Там нет, Microsoft убираем. Rolex убираем. Hyper PC? Volkswagen, там есть. Есть. Убираем. Ford тоже. Toyota убираем, Google убираем. Ну тут же у Google. Nas убираем. Вы же не читаете Google. Да буквально. Ой, иди отсюда, Ром, давай убирай. Доминос убираем. Таблерончик. Эрме Парих. Оставляем. Нет, оставляем. Таблерон. Убираем. Дов. Дав убираем. Honda убираем. Spotify. Нахуй. Ну и все. Да. Давай, задавай, короче. Вроде нормалдаки. Короче, вопрос. Так ты вопрос придумал. Есть ли в логотипе вашего загаданного вот этой темы округлые элементы? Именно логотип. То есть, типа, да, именно логотип. То есть вот как там круглый, вот типа там он такой закругленный, круглый. Вот, да. Закругленный, видишь, квадратик. Ну, да, все, да, да. Что изображено на каждом из рисунки, это и есть логотип. Часть логотипа. Часть логотипа. Но они имеют в виду не на тексте, не на тексте. Да, я спрашиваю, ну, текст, типа... Текст — это же тоже часть логотипа. Нет, они уточнили этот вопрос именно на... Это картинки, где подписаны логотипы. На самом деле у логотипа нету надписи буквенной. Да, да. У Мазды шильдик же там не написано. Так, девочки, вы поняли вопрос. Подожди. Ну... То есть вы сейчас не смотрите на название, где написано там, допустим, Rolex? А можешь ТГ-чек? Да, конечно. Они сейчас смотрят на голову этот Твиттера и смотрят, это голова, это круглый элемент. Что? Ой, сейчас я там опечаталась. Бля, по-моему... Какой шушел? Вот как рассудить? Ну смотри, это они сами рассудят, ты смотри на свое. Окей. Охуенно. Ань, сейчас у нас перекличка. Да, тут просто спорный момент. Слышишь, а может... Не, ничего не спалил. Да, это Амазон, типа. Не, ничего не спалил, чат, там не это. Ну мы уже поняли, в чем прикол. Короче, ваш вопрос в том, вот, например... Давайте, на чем мы возьмем, например... Ну, смотри, Amazon, например, Lacoste, у вас, да, для вас логотип, да, это... Да, это крокодил. Крокодил, да, то есть, да. Буква О это не округлость, и вы нет, это не... не считается. Все, нет, девочки, вы поняли вопрос? Я могу за вас ответить, если хотите. Нет, ну, не надо. Нет, да, в нашем логотипе нет округлости. Нет. Нету округлости. Давай железобетон убираем Colgate. Даже нет округлости. Правильно? Стоп. Нет, вы должны убирать нет, то, что есть округлость. Все, округлость, все, давай, Xbox. Давай, Mercedes. Mercedes, BMW. MasterCard. Тоже, как будто бы. Или ну, давай пока ставим. Мы ну, вот хорошо, сейчас да. Железобетон уберем, HP, потом... HP. Да, HP, MasterCard. Dell. Volkswagen. Volkswagen, да. Дальше... У Sony это именно логотип, да, буквенно. Да, да. Ну, вообще, Toyota, по идее, нахуй идет. Toyota, Mazda. Да, Toyota, Mazda убираем. Toyota, Mazda. Ford. Округлый. Где он, бля? Слева. Опять. А Samsung тоже может подойти, в принципе. Это, ну, это не строгая форма, это не квадрат. Да. Дальше. Spotify и Audi. Audi. Так, теперь давай не от железобетонных смотреть. Но у Google логотип такой есть. Ну, буквенно, значит, тоже убираем. Ну, вообще это подходит. Это логотип. Округлый. Ну, видишь, шушу убираем, да? Ну, блядь, ну смотри, по факту. По факту, правильно? Там есть круглое, есть все. Типа, это логотип. Типа, ну. Если это Google, и вы нас сейчас наебали, вы говно. Все просто. Потому что это логотип такой. Смотри, у Sony дальше. Логотип буквенный тоже. Значит, О, это округлый, значит, тоже убираем. Sony. Да, Sony да. Тоже нахуй идет. У них логотип буквенный. Amazon значит, мы... тоже нахуй идет. Да, ну, потому не, что... Ну, именно в этой ситуации. Осуждаю тебя, ты кого в бане решил тут. Конкретно в этой ситуации. А Shell тоже, Apple тоже. Да, давай. Округлые формы. Так.
Мета, у меты логотип, вот это же, по сути... Тоже я нахуй. Да. Мету нахуй? Да. Walt Disney, да, наверное? Это же округлое, по сути. Тоже, да. И Bentley, кстати, тоже, у них тоже он стрижет значок снизу. Bentley тоже. Ну и все, остального, по-моему... Так. Вон, ребята, вы не видите, какая тут у этого, блядь, крокодила округлая спина? Calgate тогда, кстати, слышишь? Да, в логотипе есть округлость. Ну, Calgate. Да, тоже нахуй. Изначально, значит, сказал. Все, убрали. Так, больше нету. Сейчас. А если вы что-то убрали этот? Так это, ну ёпта, в смысле, мы убираем? Ну, вопрос задали корректно максимально. Абсолютно корректно. Это значит, они говно и просто, ну, засничили. Давайте. Если они, еще раз говорю, типа, ну, если они засничили... Я ничего вообще не говорю. Все, ну, Rolex, вот это вроде, там нету надписи, да? Короче, Rolex оставим. Да, Rolex нету надписи. Давай, все, мы закончим. Просто коронка у них. Да, но на коронке-то вот. Снизу кружочек, походу. Я не думаю, что надо настолько прям. Сейчас мы что-то не можем придумать, чтобы половину отсечь. Так. Бля, сейчас надо, смотри, у нас такой вопрос. Бля. Не, или да. А? Так слышишь? Что? Ну это твоим, смотри. Остается только... А, ну и... Ты что, тут дохуя? Тут половина минимум. Ну вот напиши, что нельзя. Так. Нет, ну это не, ну, Джонни, блядь. Ну просто видишь вопрос такой, типа, сомнительный будет. Так, а кто сейчас вопрос задает? Девочки, да? Девочки. Да, мы. Сейчас. Почему есть Тесла? А нет, остальных машин не заплатили. Да, давай так тогда, Юль. Попробуем. Ладно, мы нихуя не придумали прикольно, поэтому выпускает ли этот бренд технику? Гвин, ответь, я не знаю. Ну, вообще, в широком смысле. Я хуй знаю. Значит, ну, я могу купить технику с маркировкой этого бренда, я не знаю, как-то ну, да, вопрос. Попользоваться и не на какую-то, понятно, там, типа... Ну, да. Так, хорошо, блять. Ну, давай снизу начнем. Мне кажется, смотри, Visa, Burger King и Twitter вряд ли. Да. Так, это я справа убираю сейчас, да? Да. Ну, просто я, да, первое, что мне в глаза бросилось, что оно вряд ли... Твиттер тоже вряд ли. Твиттера, ребят, вообще нету, нахуй, похуй на него. Subway, да, их тоже. Эрмес, я не знаю, Юля, они только одежду и всякие аксессуары же делают. Ну да, чтобы... там такой текстиль больше. Subway убираю? Да, Subway, Эрмес, получается, тоже. Насчет убирай Nestle... всех Эрмес? Убирай. Да, убирай. Nestle, я не знаю, Юля, они кофемашинки... Не они делают капсульные, или это Nescafe? Это разное? Nescafe, Nestle, я вот не... Да, это разное, вроде. Я тоже я не помню. Так, Dell, Samsung, сейчас HP я проверю. Делают. Получается, Pepsi мы убираем, да, Юль? Pepsi да. И Netflix, наверное, точно убираем пока что. Да, то Nescafe делают. Чат, какой был по специализации? Что я убираю? Ну, Pepsi... Nescafe делают машины, поэтому Nestle... А Nescafe это что? Nestle, типа? Nescafe, типа, ты имеешь в виду, что это Nestle дистрибьют этот? Да. Да, блядь, Джонни, заткнись, нахуй. Ну ладно, пусть думает, пусть думает. Оставляем. Ну, пофиг, давай точно Netflix и Pepsi убираем, да? Pepsi, Netflix. Ага, сейчас я тут этот... Да, не, чат, это другое. Смотри, нахуй. Типа Shell как будто вряд ли тоже технику делает, да? Или как? Или... Что думаешь? Думаю, да потому что это другое, я так сказал. Они задавали вопрос про еду.
Если бы они задали вопрос, не изготовляет ли этот еду, то это был бы такой же вопрос. А это другой вопрос. Так что ебучка нахуй, закрыли все. Думаю, Shell нет. Они масла какие-то там делают. Маслак? Да, я тут живу. Короче, ладно, Ром, давай Shell. Насчет Tesla я тоже сомневаюсь. Или у них есть, да, какая-то техника? Я думаю, машина и является техникой. А, ну, они так задумались. Shell убирай, да? Может, это... Да, убирай. Может, это там типа 1000 IQ Move? Ну ладно. Так, мне смотри, кажется, получается... Nestle тоже нам не подойдет в конечном итоге. Но пусть останется, да? Алло, идиот ебаный, при чем тут одинаковые вопросы? Как вы, по-вашему, они вопрос должны задавать? Они должны задавать вопросы Samsung, по тематикам этих брендов. Вот специализация это не является общей темой такой, типа, да, это масштабная тема, по которой они должны все задавать вопросы. Чего вы несете? Был вопрос про еду, был вопрос про технику, это разные вопросы. Давай оставим, но... Придурок! Основной акцент будет на вот остальных. Да, да, да. Получается, все. Все, больше ничего не убираем, девочки, да? Окей, пацаны, ваш вопрос. Я задаю уже это. Давай, давай, давай. Ну, похуй. Есть ли физический продукт у вашего бренда? То есть то, что можно пощупать руками. Сейчас, Ань. Секунду, да, да. ТГ, Ань. Алло? Алло? А, да, да, алло. А я думала, меня отключила. Смотри, я тебе сейчас... А ты видишь? Я вижу, что ты пишешь. Релакс, сутки всем нахуй, кто говорит правила хуйня. Правила охуенные, ебанутые просто. Охуительные. Сутки всем за правила нахуй. Да, есть. Ну тогда Netflix нахуй, Microsoft нахуй, YouTube нахуй, National Geographic. YouTube тихо, кнопка. В чем был вопрос? Но это не продукт бренда, блядь. Смотри, купить. Так, вы задали свой вопрос, вы сами уверены в каждом из брендов, что они что-то не производят? Netflix я уверен. Ну, конечно, Netflix, конечно. Я уверен. Netflix нету физического никакого продукта. А карточка, карточка пополнения Netflix? Это не, ну, блядь. Ну, это же физически это... потрогать можно. Ну, не, я вам не подсказываю, просто сами не запутайтесь в этом. Я просто сомневался. Просто вы такой вопрос задаете, в котором они загуглили, они уже знают, а вы вот должны типа знать, если вы такой вопрос. Нет, я просто типа, я говорю, типа, там у нас много вопросов были и решили, типа, это. Не, понимаешь, просто как бы... Ну, сами смотрите. Хорошо, хорошо, я могу уточнить вопрос? Ну, я не знаю, как девочки позволят. Да нихуя себе ты ебать, позволит, не позволит. Да, ладно, мне все, мне похуй, мне вообще срать, блядь, выбирай, что хочешь, убирай. А мы типа решим, ну, нормально. Хорошо, ты специализируется ваш бренд на выпуске физического продукта. Ты также и спросил уже первый раз, есть ли у нас. Нет, про специализацию. Конкретно, потому что карточка это не специализация продукта. Это доп-сервис. Короче, в общем, основной, я так понимаю, ты хочешь спросить, основной ли этот физические продукты выпускаешь? Да. Ну, так и сразу ебать вопрос задай, нахуй. Юля, вот не знаю, соглашаемся мы на такой вопрос или нет, тут как-то... Хуеть, соглашайтесь или нет, блядь? Не, я просто тут... Ну ты уже задал свой вопрос. Мы вредничаем, а в том, вы просто мы... можете вычеркнуть. Да. А можете не вычеркнуть. Непонятно тут, да. Сами себя закопали немножко. Этим вопросом. Это вопрос, Гвин, у меня другой вопрос. Ну, короче, смотри, как мы можем ответить. Ну, 50-50, или как, я не знаю. Возможно, да. Вот так вот мы можем. Ну... Короче, паш похуй, Ром, давай кикаем. Кого кикаем? Кого из фриков кикаем, нахуй? По итогу что получилось? Еще раз, какой финальный ваш ответ? Мы считаем, что да. Ну да. Специализируется на выпуске физических продуктов. Значит, это не Твиттер. Возможно, у вас будет другое мнение. Значит, это не Твиттер. Убирай Твиттер. Слева, да, убираю. Да, это не Национальная география. Да, National Geographic. Это не Microsoft. Потому что Microsoft занимается, ну, другим. Это не Netflix. Это не Netflix. Это не YouTube. Да. И, скорее всего, я... Понял, что это, Джонни. Я смотри. Да. Я так и подумал. А мы можем сейчас пикнуть или нет? Нет. Сейчас девочки. Понял. Девочки. Ладно, все, давай, похуй. Давай, Юрок, спрашивай тогда. Мы как раз вопрос. Делает ли этот бренд хорошие мониторы? Экраны, хорошие экраны. Может, да, мониторы, экраны, да, типа делают. Ну, 50-50. Нет, ну... Ну, в прямом, блядь, ну... А что значит хорошие мониторы? Хороший монитор от этого бренда? Ну. Ответь мне, да, нет.
Ну, хорошие. Подожди, Гвен, смотри. Вопрос нормальный. От этого бренда можно купить хороший монитор? Хороший. Хороший монитор можно купить? Хороший. Конкретно хороший. Определение хорошести. За 2000 рублей. А определение хорошести в чем? Ну хорошо, у каждого бренда есть позиции от дешевых до дорогих. Есть за дорогую сумму можно у этого бренда купить хороший монитор? Подожди, только монитор, ну типа. Ну экран нет. Ты имеешь. Короче, просто можно ли там найти? Как это называется? Монитор, правильно? Короче, давайте, да, монитор, блядь. Просто монитор. Да, монитор можно там купить. Да, монитор можно купить. Ну все, я минус тогда, да? Ну да. Чё, мы умираем? Ну, Nestle мы тогда. Блядь, Nestle держался до последнего. Не знаю, если они типа так обошли это, что у Теслы тоже есть мониторы для панельки, то это вообще будет отстой, но получается Теслу тоже мы убираем. Мы их отменим в ТикТоке за такое. Ну, кстати, посмотри, какие-то мониторы Теслы существуют. Это та Тесла или нет? Да. Ну вот. Почему она стоит по-нищему? Ну... БУ, потому что. То есть, если нищий, это нехороший, значит, да, по-вашему? Короче, Юль, наверное, Икея тоже, да? Да, что, я не знаю, у Икеи нету вообще монитора. Так вот, у меня монитор от Икеи. От Икеи? Да, прям налеплю сейчас. Так, Икея минус, получается. Так, ну, остается HP, Samsung. Тесла под вопросом, а так, я думаю, это либо HP, Samsung, либо Dell. Вообще, это как будто мы прямо спросили про монитор. Давай тогда Теслу уберем или что, или оставим? Наверное, нам надо было спрашивать, специализируется ли этот бренд на выпуске мониторов. Тогда бы точно Теслу убрали. Ну, Samsung андроидики выпускает. Ну, типа, в том числе же Samsung специализируется на экранах. Давай как хочешь, можем оставить пока Теслу. Ладно, Tesla. Просто для, по приколу. Давай, да, давай. Гвин, мы можем разбить. Да, смотрите, если вы сейчас выбираете и неправильно угадываете, то девочки в следующий раз задают вопрос и после него еще могут угадать. Да похуй, траем. Ну, делайте. Бля, ну это просто, это и пиздёж может быть, а может и нет. Да, мне кажется, похуй, блядь. Да похуй, давай стреляем, стреляем. Чё ты очкуешь? Стреляем, стреляем, виза. Регаем, виза. Охуеть. Да, да, да. Нет. Сука, блядь. Блядь. Ну они пиздели, значит, блядь. Говно пиздунское. С сомнением своим, блядь. Все, я в тельте, Джонни, я в тельте. Ты скажи, хуевое правило, просто говнище, позорный человек. Иди ты нахуй, ебище тупое. Чтоб я тебя больше тут не видел, гандон ебучий. Второе сообщение. Ну, извини, Ром, мы больше... Да нет, это вы, блядь, так ебаный какой-то. Подожди, блядь. Ну, блядь, они пиздели, ты слышишь, как... Ну, блядь, не знаю. Ну, блядь, сука, ну ладно. А, вы не пиздели? Нет. Нет, мы ни разу не пиздели. Да, я потом скажу. Ну, сейчас напиши, давай. Девочки, у вас есть вопрос, отрезать и потом угадать можете. Подожди, ну тут же везде есть. Подожди. А, ну мы же... А, блядь. Ну смотри, можно... Бля. А. Про эти тоже можем сейчас загадать, а потом выбрать, да, еще? Да, вы сейчас задаете вопрос, они на него отвечают, и после этого вы можете еще выбрать. Так. Мы это точно угадаем. Я думаю, блядь, это вообще анлак, если мы угадаем. Тут три американские фирмы, одна южнокорейская, это Samsung, все остальное американское. Наверное, как-то... Ну, я думаю, это вряд ли Tesla, поэтому это две американские фирмы, одна корейская. Можно просто спросить, это южнокорейская фирма, типа, или нет. Например, Анька, тебе такой вопрос. Давай, давай. Я не знаю, какая это фирма. Загуглим. Ну, загуглим. Давай, go. Сейчас я перепроверю. Является, да, ли это фирма южнокорейской? Ща. А южнокорейская это чем у вас, девочки? Samsung. Из Википедии. Википедия не врет. Да нет, короче, да, да, все, да, 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 да. А что у вас было? Что у вас было? Ну, мы, по-моему, вас расстроим, но у нас был National Geography. И их журналы. И журналы, я погуглила у них на сайте дождевики, всякие палатки. Бля, сумки. Ну я говорю, блин, вопрос был так себе. Да, потому что вы сами вопрос задали. У National Geographic типа, прям пиздец популярный журнал. Бля, не, я говорю, Гвин, про физический это пиздец был шаткий вопрос. Я вот прям сразу узнал, что у National Geographic типа есть супер популярные журналы. Ну, да.
Типа, это не просто так порофло популярная у них вещь. Я просто думала, наоборот, что мы скажем да, а вы там... О, нет, а вы вычеркните, а вы вычеркнули наоборот. Красава, девочки, поздравляю. А, еще раз напомню, что мнение синих либо розовых в чате на момент шоу не учитывается никак. Вы можете его где-то выйти, покричать на мать в стену, хорош, типа. Хорош, Аня. Хорош, Юля. Так, делайте ставку на Next. Че, мы еще один-два сыграем? Кого-то пикнуть. Да я вообще хоть до утра, блядь, ебашить буду. Че, че? Давай стримеров и поехали. Подожди, вот так может быть? А давайте... Ютуберов. Бля, Гондон, на релаксе, да, ты чё мне не делаешь? Давай, игры. Ой, вы игры справились? А может, мы сейчас не согласимся, алё? А вы выиграли, мы проигравшие. Бля, вот на играх пиздец будет, вы же не играли все во все эти игры. Я за все шарю. Я во все игры играл, которые здесь есть. Мне кажется, будет столько спорных моментов, очень много будет. Да, нет, Джонни, это сейчас будет, блядь, говнина. А есть ли там такой босс, типа, знаешь? Давайте ютуберы, стримеры и спать. Это будет супер просто. Давай. Короче, но по ютуберам и по стримерам нельзя по фотографии задавать вопросы. Типа, если хвостики, то одежда. Да, да, да. По фотографии нельзя. Это ютуберы, да? Ну ладно, по одному вопросу можно по фотографии. На ютуберах. Ну, на стримерах точно нельзя будет. Че, мы первую пикаем? Я просто тут посмотрел, кто это кинул. А, ебать, что я тупой вопрос не задал, блядь. Да, парни, ваша очередь. Женя тебе написал. А, вы мне этот, напишите этот... Надо выбрать же сначала. Да, выберите. Да, сейчас. 2-0, девочки, ведут пока что. Вадя ютубером стал, а я вот релакс сказал, освежи ютуберов. Освежил, спасибо. Просто заранее, мальчики, предупреждаем, я тут половину не знаю, и я вот за своего буду знать, я скажу... Нет? А, ну хотя похуй, вы вычеркните кого-то. Хотя нет. Уже неважно. Ну я тут что реально половину не знаю. Я тебе сейчас напишу. Сейчас я, блядь, по фотографиям буду гуглить, кто это вообще. А, блядь, девочки, спрашивай, я вам на каждого тут отвечу, я тут всех, блядь, знаю. О, да, вот это, тогда ответь. Ну-ка, скажи. А тебе написать или сказать вслух? Напиши. Вдруг я выберу. Поняла? А, да, такое слышала. Ладно, Ром, смотри. Я уже понимаю, кого ты мне кидаешь. Ну кто? Да, ну бля, ну что вы не понимаете? Заебал, блядь. Маркарян. Давай. Нет. Нет, блядь. Бля, ну чел, ну ты совсем думаешь, что мы, блядь, говно? Понял. А кто вот этот? Это аномали в самом низу справа? Да, я понял. Это аномали? Правда, блять, хуй его знает. Ну да, наверное. 7G. 7G что? 7G это аномали? 7G это, по-моему... Это какой-то чел из Valiol Squad, походу. Фрэш какой-то пишет. Фрэш это, по-моему. Это фрэш, ну это, бля, из банды Ютуба. Я не шарю, бро, сори. Из банды Ютуба. Похуй. Да. Кто сейчас задает вопрос первый? Вы. Мы еще загадываем. А, мы. Давай загадываем, что Джонни. Я понял про что-то, да. Вот этот нормальный вопрос. Хороший вопрос. Министерство правды, он про что снимает? А, это не этот, который Тамаева недавно был? Да. А, это он? Ну, походу, да, получается он. Ну, бля, либо Фрэш, либо Министерство правды. Он сомнительный чел. Давай, охарактеризуем точно, кто это. 7G. Министерство нахуй, правды, не загадывайте вопрос. Пишет Министерство правды. Это не Фрэш, это Министерство правды пишет. Все, Министерство правды, похуй. Все равно, блядь, оба в маске. Тоже верно. Давайте, девчат, давайте. Вы все равно уже выиграли, вы все равно молодцы. А, мы, ну, показали. Кстати, да. Все, я сейчас напишу Роме тогда. Да, я тоже. Только слышишь, понял, все, надо вот так более корректно. Ну, напиши, как ты корректно хочешь. Понял? А я бы сделал бы... Понял? Подожди. Ну, вот так это.
Чё, вы уже Миш скинули, чё вы сделали, чё вы обсуждаете там? Мы вопрос... А, ну все, вы все загадали, все, давайте, начинайте. Ну, да. Джонни, бери ты первый вопрос. По одному вопросу по фотке есть у вас. Хорошо. Все, я задаю вопрос. Давай. На канале этого персонажа присутствует, ну, играет ли он в игры на своем канале? Ань, ты отвечай. Тут. Играет в игры, ты имеешь в виду компьютерные? Да. Не по фотографии вопрос. Ну, наверное, нет. Не играет. Наверное. Нет. Ну, не играет. Я не видела. Значит, мы... На канале ютуберском он в своем не играет в компьютерные игры. Ну, не обязательно ютуб. Вообще, у него канал есть, может, ну, лично его есть. Ну, ютуберы. Ну... Но это персонаж. У персонажа может быть и Twitch канал, и YouTube канал. То есть, если он на Twitch играет, значит считается. Связанный персонаж с компьютерами. Я скажу, да или нет. Джонни, мой вариант. На своем канале играет ли человек в игры? Ну, на YouTube канале. На YouTube канале не играет, все. Не-не-не, подожди, я не уточнял. Все, ваш вопрос. Мы играем, ребят, мы ютуберы, это все ютуберы с ютуб-канала. Вы спросили, на своем канале ютуб он играет в игры? Вам сказали нет, все, убирайте. А все, давайте уже этот. Потому что я же не давал вопрос, связан ли он с играми. Нет, подожди, ты сказал, на своем ютуб-канале он играет. Я не говорил по ютубу, я говорил канал. Я говорил, я не говорил ютуб. Джонни, все. Хорошо, какой ответ? На своем канале не играет в игры, нет. На своем канале не играет в игры. Все, значит, кто играет на ютубе, убираем. Варпача убираем. Давай сверху, вот сверху. Данжер Леша. Варпач играет, блядь, мы проебали. Данжер Леша, нахуй. Подожди, у Хованского же на канале были там цивилизации. Он играет GTA RP, GTA RP башит. Давай, Хову, PewDiePie, естественно. Пудупуй. Азазин. Азазин. Папич. Папич. У мистера Биста есть игровой канал, где он играет в игры. Ну, значит, нахуй идет. Значит, идет нахуй. Это вы уже между собой обсуждаете. Если ответ будет просто неправильный, то тогда это ответ девчонок был неправильный. Верно, мы верно. Говорим правильно. У него есть канал, где он играет в игры. Все, мы убираем мистера Биста. А4 не играет в компьютерные игры. А у Илона вообще есть ютуб. Я не знаю, что он тут делает, нахуй. Подождите, блядь, ну. У Вадя же, когда был в бане, он стримил на ютубе. На своем канале он играл в игры, правильно? Ты кому ты говоришь? Я с Гвином советуюсь. А я сейчас гуглю, я сейчас смотрю, подожди. Ну не, вон на ютубе там есть, как он играет. Да, Fortnite играет, убирай его. Все, убираем. Этот, как его, блядь, сливки шоу оставляем. Это кто у нас, блядь? Ты че, вообще папу ютуба не знаешь? Я не знаю, кто. Евгений Райс. Ну... А, по КС-ке который. Ну, он не играет, но он... Ну, подожди, да. А, давай Соболева оставляем, Топлес оставляем, Дина, блин, убираем. Варпача убираем. Так. Мазелов, по-моему, у него на канале только музыка. По-моему, да. На ютубе. Он еще не играет. Но если мы берем ютуб, да, то там нету этого. Так, Ларин... Не играет. Нет, вряд ли, да, вряд ли. Так, Литвин не играет. Это очень сложно. Эдвард Билд не играет. Поперечный не играет. Мамикс нет. Шевцов, блять, обзоры игры играет. Ну да, в обзорах он играет. Он же свой геймплей записывает, значит, играет. Шевцова убираем. Суперстас не играет, хавчик, да? Хавчик, конечно, хавчик. Там он или хавчик. Оставляем. Глента убираем. Убираем? Он играет. Да, Глент играет, мы убираем. Так, Маркарян не играет. Этот, как его, блядь, не помню. Не играет тоже, Парадевич. Сейчас надо глянуть. Я не знаю. Не, у него, да, у него компьютерного нету ничего. Юлик, по-моему, играл, кстати. На канале. Ну, Юлик игру свою показывал. Считается ли это за игру? Он играл. Он играл. Соответственно, показывая игру, он же играет в игру, правильно? Значит, да. Шок, естественно. Клик-клак. Эти все нет. Эти все нет. Вот эта вся строчка нет. Ну, бустер как нет? А он вся на ютубе играл. Конечно, Fortnite, он и Свентов, Трэвис Скотта, блядь, конечно, играет. Он в Fortnite играл. И КС-ку играет, да. Ликей не играет. Кузьма на... Опять же, на мейне. Или мы берем вообще ютуб.
Ну, YouTube. Мы же не уточняем конкретный канал, блядь, что там на втором канале чел играет. Нет, если у него есть несколько YouTube-каналов, то все учитывается. Ну, Кузьма Гаташку ебашил на Ютубе. Все, пошел, значит, убираем Кузьму. Купленов, понятное дело, убираем. Масленников компьютерные не играл. Ивангай, Ивангай, эту сразу убираем. Да, эти в пизду. Ивангай. А в каких-то пародиях Сатир играл в компьютерные игры? Не, это я не вспомню, бро. Ну, злой, понятное дело, играет. Злой ебашит бы здоровый. Руслан... Убирай зло? Да. Что? Так, ну Руслан, я помню, блядь, что-то играл. Да, 10 лет назад что-то точно играл. Не смотрел, не знаю. Бля, ну... Не, да, блядь, я не знаю, нет. Остальных я не знаю вообще. Ну, типа, ну, нижняя строчка, по-моему, никто не играл. Илюха играл. Не, стоп, он выкладывал. Да, у него есть Fortnite-канал, Илюху. Ну, тогда давай, убираем. Все, давай, похуй. Девочки, ну, ваш вопрос. Так. Ага, сейчас мы сначала один сейчас. Думали вопрос, но передумали. Да. Бля, нормально мы, кстати, поубирали. Угу. Не, ребят, вы забыли про 10-й игровой канал Сатира. Но мы доебаемся до вопроса конкретно, поэтому. Бля. Ну хуйню вопрос задаете конкретно. Ну, а как себе? Ну, вы сначала его не формулируете нормально это. Тех, кого... Не, мы просто сомневаемся друг между другом, типа, с вопросом, поэтому... Девочки, давайте вопрос. Ладно, похуй, может, Аньго первый наш вопрос, проебёмся, так проебёмся? Ну, тут можно очень проебаться. Да, давай, пофиг. Ну, просто если мы будем сомневаться, то не будем убирать. Давай, да. Так, ну, давай. А, формулировку просто я не... Ну, давай. Хорошо. Я. Давай ты. Проводит ли этот ютубер регулярные стримы на Твиче? Блять, не ебу. Надо гуглить. Давай, гугли. Ну вот как вы считаете, если вы не уверены, можете чекнуть. Да, типа, знаешь... На слуху ли он вообще там понять, если Twitch вообще... Чекай. Бля, пацаны, вы загадали, даже не знаете. Ну подожди, но на YouTube нет, я не вижу ни Twitch'а. Тут все нормально, все правильно идет. Я просто не знаю, но на YouTube нет у него Twitch'а прикрепленного. Я даже не знаю, как его смотреть. Я вообще не знаю, есть у него Twitch? Ну туда получается. Тогда что делаем? Вопрос перезадаем? Получается нерегулярно. Повторите вопрос. Ютубер нерегулярно. Стримит ли на... Ну да, на Твиче. Если у него его основной канал на Твиче, что-то такое, да? Нет, это другое. Нет. Ответ наш нет. Короче, Юля, у него, походу, даже нет канала, и понятно, что он никак не регулярно стримит, поэтому можно убирать, да? Тех, кто ну нас да, постоянно тех, кого стримит. Мы знаем, хорошо, мы точно убираем. А Хованский вообще, что он? Ну, на Твиче бывал? Ну, бывал, да, но я... Его... Ну, ладно, давай я точных я стримеров уберем. Да, давай точных. Лёху уберем. У Хованского есть канал еще. Да, это я знаю. А потом... PewDiePie есть? PewDiePie реплеи смотрит, он не стримит сам. А, точно. Ну, из тех, кого мы знаем, ну, Вадима точно убираем, Славу убираем. Мистер Биста. Дину убираем. А, так, Литвин не стримит точно. Мазелов. Да? Да, Парадеич, пусть Эксайл, наверное. Не, Эксайл не стримит вообще. Ну, же, да, там ну, последний. Ну да, Парадеич убираем. Ну подожди, ну да. Они просто так были не уверены даже, что есть канал. Ну а вдруг это обманка? Уланка? Да. Ну, злой дедлог запускал несколько раз в последний месяц, я думаю, это считается. Ну, убираем, да, его по-любому. Даже, по-моему, Куплинов что-то стримит иногда, и у него есть канал, поэтому его тоже оставим. А, Масленников как будто бы никогда не стримил, насколько мне известно, да? Ну, давай, вот ну, кто еще про... тут? Ну, Суперстас стримил регулярно, но сейчас, да, наверное, бросил. Давай. Что ты думаешь? Оставим? Ну, давай уберем его. Я говорю, за такой вопрос можно просто запороться. У Варпача есть канал? Думаю, да. Ну, типа, хуй его знает.
Джонни, хотел ответить. Не, отвечайте сам. Тут Джонни уже в агрессив мод перешел. Мы можем прям с тобой жестко сыграть. Типа Иван Гайд регулярно стримит, Казик что-то наебашит. Убирать Иван Гайд? Убираем, да. Да. Юлик стримил, сейчас не знаю, но вообще стримил. Давай убирать, а то мы так вообще пофиг. Да. Ну, проиграем, значит проиграем. Все, ДК, Юлик мне убираем. Кажется, стримит же постоянно, он на резко какую-то хуйню несет. А где ДК? Ну он 6 Г. 5 Г. ДК говорит. Это не ДК. Короче, Даня поменялся. 4G убираем, да? 4G это Юлика? Но они же похожи, скажите, или нет? Отменяем. Вообще одинаковые, просто одинаковые, блядь. Я вообще думала, это братья. Эрика тоже убираем, он стримил. Какой Эрик? Кто это? Давидыч? Эрик Шоков. 5А. Правильно же, Юль? Да, да, давай. Мы сейчас всех уберем. Это я не знаю. Бля, спросили регулярно. Блин, заебись вообще. Но они спросили, регулярно ли стримит, блядь. А убирай сейчас всех, кто стримил когда-либо. Не, все, нормально, блядь. Все. Забей, можно спокойно уже играть. Они либо фаркуют, либо убрали, ну ладно, все. Похуй. Не, ну просто потом масштаб будет, нахуй, что я давай тогда, давай и... Ну, просто мы же сказали, проверьте, вы сказали, что даже нет Twitch-канала, поэтому... Нет, ну, ответ какой на YouTube. Регулярно? Я сказал, на Ютубе нету твич-канала закрепленных, это во-первых. А во-вторых, типа, спрашивайте про регулярно, стримит он или нет. Я не понимаю, вы, блядь, так друг друга на этот накидываетесь, нахуй, как будто я не знаю, что, блядь. Куплинова вроде бы закреплён. Я наоборот, да, типа, я наоборот помогаю, типа. Давай еще Куплинова уберем, потому что у него точно закреплен твич на Ютубе. Он на ВК-плей ебашит. Так, ну, чё, вроде... Я бы Exile бы убрал, ну ладно. Давай. Это тоже нахуй Илюха пошел, сука. Правильно, блядь, стабильный стрим самый. Все остальные... Я ещё не поняла, где ты ДК. Ладно, давай так, пока оставим. Вот ДК. Давай, да. И вот ДК. Так, слышишь? Что, у нас одна есть, кто что предлагал. Одна есть тема по этому... Вот что такое, блядь? О, да, блядь, Джонни, это как будто хуета, не? Ну, смотри, можно сделать так. Так, ну, один вопрос по фотке можно, да? Джонни, то что я тебя не знаю. Да, один вопрос можно. Задавай. Прикаем? Да, задавай, блин. Если на фотке у вашего персонажа белая одежда, не серая, белая, вначале же что-то Рома говорил, что... По одному вопросу. Один вопрос по фотке. Еще раз, какой? Че на фотке у него? Белая одежда. Ну, прям в основе белая или элемент тоже считается? Джонни, как думаешь? Ну, я думаю, хорошо, давай... Давай, ну просто, это заметный элемент одежды должен быть. То есть, что это значит, блядь? Ну как, да, блядь, ну допустим, вон у Вы, а чего не спросите, Руслана... белый цвет на одежде просто и все. Ну потому не, что, ну, блядь, вон у Crazy Mega Hell, допустим, есть флаг вон, на котором белая полоска. У Джарахова выглядывает кусочек белой футболки. Конкретный белый цвет элемент одежды. То есть это либо футболка, либо кепка, либо именно элемент одежды. Мы ответим, да, да, если да. Вы читаете ваша вина, беда, блядь, беда. Да. Да, нам бы спокойно нужно. Короче, да. У него есть, получается. Да. Да. Значит, белый элемент одежды, правильно? Белый элемент одежды. Убираем, все, значит. Хорошо. Так, мы убираем этого... Обломова. Еда, да. Вот этого шляпика-шляпикса. Какого, блядь? Кто тут шляпик-шляпикс, ну, блядь? Ну вот это первый, я не знаю, кто это, нахуй. Да, ты вообще не знаешь, что такое А4, блядь? Ну я забыл, как его зовут, гандон! Ну так, значит, знаешь, не забыл. Сливки-шоу убирай. Слышишь, собака, это собака, блядь. Вообще, блядь! Это... Так кот, придурок. Сейчас не бить, блядь. Бля, Мазелова убирай. Ларина. Этого, Ларина. Но он, короче, сделал про белый цвет, не про серый. Значит, серый тоже убираем. Да, да, конечно. Левый и Левина тоже, блядь. Поперечного. Стаса. Тут всех до Бородеевича. Снизу вообще всех, нахуй, весь ряд. Ну, кликлак. Ну, блядь. Не, давай кликлак оставим, слышишь? Так это не белая одежда, блядь. Ну...
Тут нет одежды вообще, нахуй, нахуй, тут нет одежды. Ну, может, они подразумевали. Вот, ну, это может, все? Оставим на всякий случай? Не хочешь? На, ну, всякий оставь, случай оставь. Оставь, похуй, хорошо, оставь. Давай вот этого, этот, Утопия, Вилса, Усачев, да, Ликей, Масленников, Дневник. Угу. Ну, сатира, у него это полоски, это, ну, не белые. Ну, это красная, да. Это красная. Все, дальше, да, дальше убирай. Убирай сатира? Да, да, да. Crazy Mega Hell. Тут всех, кроме последних двух. Опа, это что? Я про него уточнял, что он не входит в этот список. Убирать? Ну, да и скажи, я уточнял, что он не входит в этот список, когда ну, говорил примерно. А твои уточнения не ебут меня. Так, давай сейчас попробуем такой вопросик интересный. Ух, ебать, слышишь, смотри, какой вопрос. Девочки, ваш вопрос. Сейчас мы тут решаем. Как тебе? Чё там? Ну, мы так... Ром, я тебе просто перешлю то, что я не допизда. Нет, не перешлю. Ой, ладно. Ну, нет, но это не, мы не хотим пока задать. Можно такое? Ну, это первое, что мне в голову пришло. Давай, Аня, ты задаешь вопрос. Я это озвучивать не буду. Как ты не будешь? Топ. Ром, ну придется. А вы что, охуели? Ань, давай. Так, мы используем свой вопрос по фото. Улыбается ли человек на фотографии на этой? Ну, улыбается в плане... Что для вас улыбка, скажите? Либо прям улыбается, либо зубами. То есть какая-то ухмылка или какие-то там вздернутые уголки губ не считаются, да. Именно прям Масленников, он улыбается. Вот свой еще пример можете привести, например? Да, да, да. А, допустим, Ларин. Утопия. Утопия. Ларин вот. Тут очень тяжело идентифицировать. Ларин в 3D. Мне кажется, нет. Ну, улыбка нет. Вот все, кто улыбается, либо широко, либо с зубами. Ладно, смотрите, да. Вот для вас Этипедия улыбается? Нет. А хорошо, вот Дневник скажем, улыбается? Джонни, похуй, мы скажем нет, они пускай сами решают, что для них улыбается. Этот улыбается? Короче, улыбается. Очевидно ли улыбается персонаж на... Нет, да, да, да. Нет, нет, нет. Не улыбается. Ну, давай тогда всех, кто зубами и супер улыбится, уберем, да? Получается, да, сразу. Ну, вот снизу какой-то ребенок. Это кто? Это легенда, блядь. А кто это? Мистер Макс. Так, убираем мистера Макса, да? Мистер Макс, а чё он такой маленький? Чё он маленький ребёнок? Ты думала, мистер Макс большой мужчина? Я думала, он мистер Макс. Ты говоришь, снизу какой-то ребёнок, чел и пишет Джарахов. Ребёнка нахуй, Джарахова убираем. Эти не улыбаются. Джарахова убираем. Ну, сатир в улыбке. Сатир как бы улыбается, явно. Убираем сатир. Мне кажется, как бы тоже скорее. Да, пока ставим. Да, давай 6А уберем. Да, этого, Кузю. Кузю. Г5. Я думаю, улыбается. Кто? Ну да, такой. Ник Клахнер тоже улыбается. Да, а, да, 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 да. Экстра бар. С4. С как тебе улыбается там? С клочком, который... Да, как будто бы. Ну, давай пока что... На. Я бы 4C убрала сразу. Чё, вот этого? Глент? Да, да. Глент. Потом Литвина. Точно убираем, да? 4D. Ага. Кто еще? Ну, котик вот это точно улыбается. Джонни, мы не можем задать вопрос твой. Почему? 2А. Мистер Биста, Пьюдибай. Потому что ты думаешь, что... И 2А4 убирай. Кого-кого? А4? А4. Я бы еще АЦ может... Или, мне кажется, АЦ такое. АЦ это кто? Слышишь? Кто такой АЦ? Ты про... 1С. 1С это кто? Обломов. Хадок. Даня Каш. Можно его убрать, давай. Мне кажется, улыбается скорее. А какой Даня Каш? Вот это улыбается, скажите мне, или нет? Вот это вот, я тоже хотела узнать. Ну, он такой, типа, в шоке. Тогда думать надо. А Масленников для тебя тоже скорее не улыбается, да? Ну, давай уберем его тоже, нахер. Давай, я думаю, вряд ли Масленникова они бы загадали тоже. Так. Короче, давай Масленникова, 3G-шку тоже убираем.
Можно вообще всех популярных самых убрать. Мне кажется, вряд ли. Ну ладно. Давай Триджишку уберем. Все остальные какие-то несерьезные. Вот срать хочешь. Все. Все, тогда так. А вот этот улыбается или нет? Не понять. Не понять. Ну, после извинения не улыбается больше. Это этот... кто? Так, все, да? Да. Сейчас мы думаем. Парни, давайте. Парни, вы так еще никогда не были близки к победе. Да. Джонни. Ну не надо, слышишь, ну это пиздец. Давайте уходить надо, Джонни. Ну, блядь. Тебе уходить уже надо? Да. Ё-моё. Чё так мало? Бля, ну... Блядь, ну мы можем выиграть, ты понимаешь, что мы сейчас можем обосраться, если сделаем так? Знаешь, какой вопрос? Да, ну ты ж по фотке тяжело тут, ну, типа... Не, сейчас можно, ну... Например, по фотке нельзя нам ничего сказать. Чё ты можешь объебать? Бля, по фотке ничего... Может, этот... Парни, бля, у вас столько времени было, где вопросы? А это по фотке потому или что, нет? Потому что мы... У нас сначала вопрос был по фотке, давай, а потом вспомнил, что нельзя фотки. Этот персонаж красил волосы? Крашеный цвет волос у него? Да. Все, один тут, блядь. Все. В сегодняшний день, на сегодня, да, у него крашеный цвет волос. Да, крашеный. Все, короче, ну... Давай ты пикай в твой вопрос. Вы слышали, да, ответ ваш? Все, у него крашеный цвет волос, значит, мы пикаем... На сегодняшний день. Это не по фотке вопрос. Все, значит, у Соболев, блядь, не красился, по идее. Не, ну тут только... Я не знаю. Давай Билла, короче, железобетона. Убираем Мамикса, убираем железобетона. Тихо, кого? Мы слева, Мы слева. Мамикс, Билл. Кого Билл? Эдвард. Короче, оставляй просто туплица. Слышишь? А Мамикс, этот мистер Макс, по-моему, красил. Опа, фанат главный, ну-ка. Бро, оставь, да ты что, прыгал, блядь, оставь просто этого, Парадевича и... Это вообще Парадевич, нахуй, ебаный, нахуй мы гадаем, блядь, 7-20 минут. Это Парадевич, Ян Топлис остается, Парадевич сейчас, и все, они выбрали Парадевича, ёпта. Кого, мне оставить Парадевича и Яна Топлиса? Давай, Джонни, давай просто Парадевича оставим, и все, я тебе говорю, блядь. Бля, окей, я даю ответ Гвину, похуй. Да похуй, все, это остался Парадевич, это Парадевич, все. Это неправильно, девочки, ваш вопрос и выбор. Блядь, вот я тебе говорил, блядь, как свиза будет. Да. Я тебе говорил, как свиза будет, блядь. Да, у вас есть сейчас вопрос, которым вы отрезаете, можете этот кого-то убрать. Мы можем уже, Ань, поэтому будем спрашивать, типа, носит ли наш персонаж бороду. Но смотри, борода у этого рыжего 3F, это борода у него ведь? Уже да. Считается. Да. Ну да, типа, короче, есть ли у него вот эта вот волосатость на лице? Ну, просто легкая картинка, это тоже. Надо смотреть на данный момент тогда. Ну да, потому что это по фотке идет вопрос, да. Сейчас ну нет, смотреть. Мы и поговорим, да, носит ли в жизни человек, типа, да, в жизни бороду. Да. Вот, ну, да. Да. Что, да. Давай это делаем, рандомайзер. Ну, 2000. Давай сразу вот этого чела, кого ты говоришь, ну... как он. 4D. Носит бороду, если что. 4D мы 4D, думаем. 4D, мы просто рандомим. Все, рандомите? Это неправильно. Бля. На Рома его пикнул в первую очередь. Ну, все, вы теперь говорите, что там. Так мы же проебали. Нет, вы не проебали. Вы можете дальше. Вы не проебали, вы получили просто микросанкцию, типа, что они могут и выбрать, и это допикнуть. Да, это топлес. Ну, а теперь мы давай еще раз попробуем угадать. Ну, давай, попробуй. Да. Так, да, смотри, кто у нас с бородой остается? 5D. В жизни? 5D с бородой? Ну, это Вилсаком. Либо Бэд Комедиан с бородой. Бэд Комедиан. А Миран, я не знаю. Типа, он считается ли бородатым? Ну, вообще, как будто он, ну, да. Ну, 4E, это вообще кто? Это Стим? 4E, это... Рындыч. Это, короче... Разоблачение какие-то. Рындыч. Он, это типа, да, делает разоблачение на... Блядь, я тебе сейчас дам, блядь, Стим, нахуй. Кого пикайте? Ну... Аня сказала Вилсаком тогда. Нет. Не. Ладно, говорите вы. Да, это ваш любимый остался, девочки. Мархарян? Дневник. А, реально? Амиранчик? Он точно, да. Он носит бороду, да, типа? Да, это борода. Че, ебаем стримеров по фасту? Ну, я не тороплюсь никуда, можно. Я могу пасать, и я готов. Давайте. Вина, ты че?
Блин, а мы... Я куда даже? На полпути. Давай, заказывай там Джонни сам. Мы кидаем фотку Амирана и... Да мы... Блядь, я не озвучивайте, что вы говорили! Ладно, Юля, могу запостить на 10 секунд в ТГ? Да. Это очень... А ты мои слова скинула ему? Не-не, она свои. Не, мои. А, уф, ух. Бля, боюсь представить, что в твоих словах было. А, ладно, я думала, она мои скинула, тогда не надо. Не-не. Я микро на 5 секунд позже в ТГ, что Юля мне написала. Ну давай уже, на 10 секунд. Вижу. Блядь, я не вижу. А, вот вижу. Блядь. Так. Не, ну это название... Название канала. Джонни, название Джонни, канала надо? Выбирай, Джонни, побыстрее. Да, выбирай, стримера я. Выбирайте. Ща. Джонни, тебе придется одному отдуваться потом, сейчас съебется. Хорошо. Так, ладно, выбираем стримера Юль. Тю, сука. Так, кто тут есть? Я тебе покажу, кто тут есть. Бля, боюсь представить, кто там есть. Блять, чего вы выбираете? Покажите мне. Сейчас я тебе скину. Блять. Санька, мне надо убегать. I'm sorry. Да, спасибо, Гунич, что пришел огромное. Кто проебал баллы, извините, немножко полотно. Да не, все, ты говно, фузер, уйнилы. Нет, мы... Так, ребята, есть кто из стримеров Джонни в тиммейте по фасту залететь? Подожди, Ром. Одну секунду. Чё там? Я чё, удачно зашёл? Не, просто мало, ты иди нахуй. Посмотри. Я Джонни не ненавижу. Так. Нет, ты чё? Кто у нас на... Подожди. Один сайт обоёбал, блядь, нет? А, это Юля, блядь. Это Юля. Сначала пишет... Ты меня с кем спутал? У нас пишет, у нас тут две Синди, один С, шесть А. Не, ну сдалека реально на Синди похоже, пиздец. Ну, да. Есть кто из стримеров Джонни на халпу зайти? Кроме просто малого. Нет. К сожалению. Ну, можно просто малого на халпу. Бля, братан, я не знаю, вот не уверен в этом. Ну, если кого нету тут. Все, у нас будет два Джонни. Блять, сейчас я думаю. Мы выбрали. Я сейчас тебе скину, Ром. Просто фотку, и можешь скинуть. Я скинула. Ну-ка. Ладно, окей. Джонни, ты? Сейчас, я думаю, подожди, быстренько, сейчас. Ага. Че где такая? Да, да, да. Его? Ее? Угу. Его, его. Так, окей. Все. О. Охуеть. Так, все. Мы... Все загадали. Начинаем. А, прошлый раз кто начала, парни? Да, парни. Ну, давайте одного задушите меня, давайте. Ну, не, можем... нет, Джонни, вас двое, на стриме можешь глянуть, вас двое. Сука, Джимми. То, что про пол, да? Да, то, что ты, вот я посчитала, можно отсеять хотя бы вот так половину. Давай. Ну все, да, типа, является ли твой персонаж девушкой? Девушкой. Нет. Убирай всех девочек. Ну, если подумать, конечно, ну ладно, да, нет. А, давай тогда Юля, Модеста. Ром, ну ты тут сам справишься, не жди. Да, 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 стоп, это кто? Натали. Сорян, чё? Оря, Диану Райс. А ты Диану пропустил. Сорян, не заметил. Крис, Амина. Крис, Амина. Гулич, Алинка. Синди, Галя. Эдди Рубинс. Ну тут по фоткам можно, да, Ром? Милашка в розовых ушках. Икадзе. Юйка. Ром, слышишь? Тут же по фотке тоже можно. Бибо. Не-не, по стримерам нельзя по фото. Ну, ребят, это уже ваша стезя, вы все про всех должны знать тут. Да, Морфи, Поппи, блять, у меня нет, Крис. Зато Поппи Бо есть. Это релакс, блять! Поппи Бо, Аня. Релакс, релакс меня недолюбливает, типа, ну, или... Я не знаю, релакс тут, походу, этот, блять. Всех недолюбливает. Сыка, минус ЗП. Так,
Все, да, все. Все, да, все, девчонок мы убрали. Ча, ну мне придется проверять. Вопрос такой. Данный стример состоит в скваде любом? Обойдешься. Не, девочки, зайдите и проверьте этот, или он состоит сейчас в скваде. Мы и так знаем. Ну, вы уверены? Какой вопрос? Я сейчас проверю. Состоит ли стример в скваде любом? На Твиче именно, ну на Твиче плашка должна быть. Да, состоит. Да, да, да. Ну, Джонни красава. Состоит, значит, надо убирать. Так, сейчас Сильверным проверю, есть ли у него сквад. Хотя вы так уверенно ответили, вы должны знать. Ну, так, ну Сильвера есть, Team Spirit. Значит, Сильвер остается, Бустер. А у Бустера, по-моему, сейчас плашки нету, потому что из-за бана. А вот я состою, да, в скваде, у меня плашки нету, я типа не состою, да? Ну, у тебя плашки нету, значит, ты не состоишь. Супер. Так, значит, убираем Бустера. Так, это я слева убираю, плашки. Да? Да. Так, Бустера. Бля, Синди, кстати. Синди в 89-м же? Это не Синди, блять. Бля! Какая мразь. Бля, какая она тупая. Джонни. Плашка есть, оставляем. Ты меня проверяешь или нет? Да, я Синди проверял. Так, у Река нету, у Река убираем. Прикинь, сейчас кто-то сидит, стрим снайпит и пошел специально убрал в эту секунду. Так, у Река нету, у Река убираем, да? Да. Давай по памяти, Джонни. Ну, бля, Лоха я не знаю, если он... Ну, в пиздатом складе сейчас вроде. Ну, заебись, оставляем тогда. Модестал... В бане. Ну, убираем. У Дины нету, да, склада? Блин, сейчас реально всех так проверять? Да! Бля, Джонни, ты... А Дина где, бля, пропал? Стоп, её ж не банили, нахуй. А, Дина в Африках, все, у Дины плашка есть? Легенда. Бля, давай, короче, сейчас прям железобетона оставим. Что за смайлик у тебя, Ром, нахуй? Убираем, какой давай, смайлик? Давай. Короче, убираем ЧБ. ЧБ нахуй. Нету плашки. Кори убираем, нету плашки. Равшан есть стая. Дина, бля, Диана. У нее нету плашки. Зубарев. У Зубарева нету же, да, плашки? Хуй его знает. Нету плашки, убираем. Пчелка в Африках, просто скажите, чтобы не проверять. Здесь нет, надо проверить. Рома. Мага убираем. Это Рамзес же, вот этот? На кого у тебя курсор? Как будто старый бог, блядь, нет? Старый бог правее. Это Рамзес, по-моему. Хуй его знает. Кто это, чат? Короче, мага убираем. Мага нет уже. Рамзес Фина. Ты, блядь, не добавляешь виженку, но добавляешь Рамзеса. Какой ты идиот ебаный. На релаксе. Так, кого, Фина? Фина, старого бога. Так у Фина есть склад. И у старого есть склад вроде. Блять. Так, Диппинс 89. У Фина точно есть, что... у старого вроде тоже есть. Блять, они так ответили, они ничего не проверяли. Это значит, ну как будто железобетонно. Давай по низу пройдем. Морфилин убери. Мапки не 80, этот, не в Африках. У Морфи нету сейчас кишков, поэтому убираем. Никс. А может там нью кишки какие-то есть? Ну ты, Джонни, блядь, ну ты вопросы задаешь, конечно, блядь. Ну я задал. Ну я, конечно, могу всех убрать, но это будут твои проблемы. Да, пусть сам, наверное, свои мини подорвёт. Все, Джонни, давай, есть, у тебя есть плашка, есть плашка. Пару минут давай. Блядь, Назазина убери. Ди Рубинс убери, вот они сразу рядом с корешем. Чьим корешем? Кореш, который Алексей. А на водочку мне можно дать? Я просто не вижу, где вот, они. Вот, прицел у тебя был. А на пиво? И, ой. Нормально. Понимаете, нормально. А на пиво? 6С. Я просто близко к микрофону. 6С, ёб. Ага, Азазина убираю, да? Азазина убираешь, убираешь Ди Рубинс. Просто мало пишет. Так я себя тоже убираю, братан, у меня нет плашки. Все, убирай вишен... себя. Нахуй, пошел отсюда. Вишенку в ПЗДТ. ПЗДТ. Гиказы в Африках. Да ебать. Лёва убирай. 7G. Ага. Ивана Золо.
Может, оставим? 4D. 4D. Бедолага. Ну, Хесуса ничего нет. По идее. Хесуса-то нет, есть, скорее всего. Даже канал Хесуса не грузит. Санкции. Кореша убираем. Кореша убираем. Стоп, а у него не хозяева там? У него нет плашки. Пока. Я попросила убрать. Правильно. Истребляем хозяева изнутри. Бля, ну мне впадло дальше искать, я запомнил для себя, давай. Все, давай. Подожди, СМ, а что, это Папибо? Да. Это Синди. Ебать, это нахуй 3 Синди вообще. Давайте, девочки, ваш вопрос. А мы, кстати, вообще не сидели, не думали. А мы вообще сидели. Вот так. Заебись. Ладно, я тогда дальше плашки посмотрю. Давай. Так. Ну, можно вот такой вопрос. А ну-ка. А где ты мне пишешь? А, я писала просто долго. Сейчас, хотя, да, я взгляну, так, тут хотя бы половина это делает, чтобы... Кого я пикнул, забыл уже. Подожди, а мы справа, да? А, вот. Бля, я на левых смотрю. Угу. Вот я сейчас, смотри, возьму, например, и кто подходит под эту мою категорию, это только, мне кажется, вот столько людей. Вот, сейчас загрузится. Угу. Типа, ну, не так уж и много подходит под категорию моего вопроса. Ну, вот, только взять, если пример. Первых и двух. Джон, ты думаешь следующий вопрос? Я пока из прошлого вопроса кикаю. Я пишу, я проверяю. Давай, давай, Джон. А, блядь, я не открыла. А, тебе показалось? Понял. Что ты мне нарисовала? Не, ну похуй, может. Давай, 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 давай. Давай, стримит ли этот стример в основном шутеры? Шутера. Там хотя бы... Раз. Через раз. Не говорю про main content only шутеров. Шутеры это только... Конкретизированный вопрос, пожалуйста. Что шутеры? Там, где стрелять в ЛКМ надо в прицел шутеры. Стримит ли он такие игры? Да. В основном. Да. Шутеры, шутеры. В основном, да, мой вопрос только. Да. Типа не раз в 3 месяца. Да, 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 хорошо. Все, да. В основном чел стримит шутеры. Так, первого убираем. Сильвер у нас Хердстоун. Так, это я его убираю, да? Да, убирай. Ну, смотри, Алоха, последнее время Дедлок, Валорант много играл в целом. Ну, это не мейн, как будто. Не, ну, Опер и Дота, нет? Ой, алло. Не, одинаково, 50-50 как будто, алло. Кому звонят? Я просто зафоловлена, и у него прям много было. Но это под вопросом, но я бы оставила. Вудуш нет. Вудуш нет. 2x2 нет. ЧБ тоже нет. Он Дота, по-моему, только. Равшан точно нет. Зубарев тоже нет. Ну, Пчелкин может КС-очку врегать, поэтому оставим. Это Рамзес или Старый Бог, блядь? Рамзес. А? Это Синди. Ну, нет. Рамзес нет. Нет. Мага, Дедлок и Фортнайт, типа, как? Оставим? Ну, давай пока, не знаю. Оставим. Финаргот нет, он шутера не стримит, Старый Бог не стримит. Нет. Диппинс не стримит. Нет. Старый КС-очку только так дает, оставляем. Головач не стримит. Хесус вообще нет. А Ванечка, Золики, Золики. Ну, там GTA-шка, это не шутер. Там надо КМ стрелять. По TeamViewer'у GTA-шка у него, ну да. Убираем. По TeamViewer'у. Убираем? А ты не видел этот момент, что, типа, он играет в GTA, и в какой-то момент поднимает обе руки почесать нос, а все продолжает, типа, клавиатура, мышка, всё работает. Да, да, было, было, это пиздец, блядь. Нихуя себе. За него кто-то играл на стиме. Да, у него менеджер хуярит. А он делал вид, что... Блядь, нихуя себе, гений. Релакс, я придумал. Убираем контент.
Гуакамоле нет, шутер не стримит. Продевич нет. Нет. Он как бы мог, но это тоже раз в полгода. Скиллы составляем, Ростик нет. А, Братишкин, ну, как бы у него редко бывают шутеры, ну, как него... Ань, сама думаешь. Но бывают. Он уж... как-то больше разговорные видосы, обзоры всякие, там, обсуждения. А какой был вопрос, еще раз помнишь? В основном шутер. Да, в основном шутера, типа, основной. Да, типа, ну, я думаю, убрать его можно. Убираем Братишкина, да? Вову убрать, да, все равно. Да. Он играет, конечно, но не прям. Куда и там шефа убрать редко. Убрались? Убирай шефа, Лех оставляем, Азелова убираем. Макс. Ну, часто КС-ки собирают какие-то шоу-матчи или кастят КС-ку. Это считается категория КС. Стримит шутеры, типа он кастит, как минимум. Окей. Лешу убираем. Он... Нет, вот не это вообще кто? Я не знаю. Это Азазин. Блядь, он был и на Ютубе. Я думаю, что за... Нефор. А что он стримит, Ань? Я не знаю, кто это, извините. Доту, но у него какие-то... У него треки про Доту или нет? Ну, когда-то были, да. А, ну вот я только треки слышала. Наверное. Боже, ну девки, да блин, я не знаю, кто это реально, сорян. Убираем 6D. Рома только шутера играет. Да. Не, Рома убираем. Чё, поели? Ну ладно, пожалеете. Ром, я этого не говорила, Ром, я этого не говорила. Тоже стримил, единственное, что он стримил на Твиче, это был Дедлок. Мне кажется, злой как-то все равно не относится. Не, ну злой стримит то, где тоже ЛКМ надо жестко жать. Нет, и пробел тоже. Ну, я бы убрала злого, оставила бы Вадю, наверное, потому что КС-ку он хоть а вот, кстати, часто, но стримит. Кстати, Глеб, ну, он играет, проходит там First of Phantom, Last of Us, но шутера, да, папка, мейн... а, ну... Типа, не мейн-контент, не шутеры у него, в любом случае, если так брать. Ну. Убирай Глеба, убирай Костыча, не, Хантик КС-ку с Лексом регает по утрам часто. Лёва Тукей минус, Фалентас минус, да, Мапки тоже, он вообще забанен, а, Эврот баннера. Никса минус, хотя он тоже типа Дедлок мог играть, но... Не-не-не, Инсайдер и Илья тоже. Да, тоже минус. Бля, Джонни, ты в пизде! Короче, подожди, в итоге у нас Серега, Хантик, ну, Вадим, Макс, Денджер, Лёха, Скилл, Икс, Мага... Вот я сомневаюсь насчет Маги с Челкиным, но может пусть останутся. Не, Мага другой вообще ничего не стримит, кроме шутеров. Mm-hmm. Вот Алоха, типа, 50-50 тут такой, понял? Ну лучше оставить, наверное. Ну давай оставим. Случай. Типа от одного не будет горячо или холодно. Да, Алоха из чего только, блядь, шутеры и стримит, как будто последний раз. Короче, Ромчик, убирай сейчас Крис, Фруктоску. Нашел, блядь. Злова, Тандерлибае. Никса, Кинсуху. Погоди, блядь, не вот, спеши. Вот, Тандерлибае, Крис слева у тебя была. От Тандерлибае. Так, Кинсуху. Да я гуглил, конечно. Кинсуху убираешь. Убираешь Денджер Леху. Он снизу рядом с Вовой. Ага. Ариньян убираешь. Она сверху третья, три... Ага. Алоху убираешь. Он в бане. В смысле в бане? А, реально, три дня его забанил. Да. Так, значит, плашки нет у него. Что? Гуакамоле убираешь? Косточа убираешь? А за что забанили? Хз, он... Я только пост видел. Я что-то отошел посрать, и три дня бан прилетел. А, точно, три дня. Че, кого еще? Косточа? А, так, Костыч и Гуакамоле. А где Костыч, блин? Костыча будто и нету. Костыч уже пропал. Вы убрали, я просто поэтому записал его. А, все, убран. А, так, и давай... Ты текстовый документ составил? Да. И Головача еще уберем. Головача. 4Б. Головача. 4Б. Так. Все. Давай вопросик. Всех отхуярил, да? Задам так. Такой вопросик. Давай, Участвовал ли данный стример в записи трека? То есть участвовал ли вообще он, ну, есть ли трек с его фитом или так далее? Сейчас, Аня. Типа, если хоть в каком-то, хоть в каком-то треке есть, то значит он участвовал. Гуакамоле не убрал. Да. 4G. Участвовал, тогда, значит, да? Ну, наш ответ нет, нет, мы такого трека такого не слышали. Не знаем. Не знаем трека. Может, там подпольные есть? Подожди, мы то есть слышали. Этот персонаж не участвовал ни в каких треках, верно? Ну, нет, мы не знаем. Бля, вроде нет. Вроде нет. Да, хорошо, да. Ну давай тогда железобетонно. Так, Парадевич в этот, в Бебре был? Был. Убираем Бебру. Я это так, Парадевич. 4H. Парадевича в Бебре не было. Ой, нет, все правильно. Был,
был, там был, был. Где первый куплет. Я кота в океан, гень хулу, гень. Катюшу убираем. 6G. Это... Моя кепка. А, ми. 5C, акулич. Скилл Зора тоже убираем сразу. Илюху Эксайла убираем. А, да, Димана еще убираем. Так. А если он сам солист, то можно убирать его? Надо убирать его или нет? Давай ставим инсайдера. Так у него же, блядь, треков сколько? Девочка, приятности или... А, ну да, ну не треки точно. Я... Про можешь давай, еще давай, успеть так же? 8B. 2A убираем. Да, убираем инсайдера. 2A. Строго убираем. Равшан убираем. Ага. Так. По-моему, Братишкин. Было что-то. Да, Братишкину. Мазелов. Мазелова. А Макс был в Бебре? Нет, у Макса есть свой лирический трек грустный. Читаем его? Нет. Пчелкина уберем или нет? Давайте помогать уже. Пчелкина убираем. Пчелкина убираем. Хесса убираем? Где он? Я Пчелкина, я ебу. Не Хесса. В смысле, у Хесса был с плохим парнем этот на альбоме трек про Майнкрафт. Ну, был трек такой? Да, был, был. Все, значит, убираем Хесуса и Пчелкина. Он 3А. 3А. Я. 3А. Рости, так, по-моему. Марина, маринованный лук. Рости, по-моему, где-то тоже был. Тоже в Бебре был. Был? А, ну все, убираем Ростика. Рости был. Ань, чем помогаешь? Ну, он один против нас, двоих девчонок. Ну, тоже верно. Так, Валентоса, 8F. На Диппинса тоже. Что или не все? Без народа участвовал в треках, я в шоке. Ну, это только одни рэперы, ебаные эти стримеры, блядь, охуели нахуй. По идее... Вадя, а Вади нету уже. А, есть Вадя. Вадя убираем? А, да-да-да, он тоже же был, да? Да. Так, все, по идее. Марк Хантик был в каких-то треках? Хуй его знает, пишу, да, я не ебу. Не знаю, без понятия, не слышала. Если Хантик был, убираем. Я не знаю, ну они пишут, типа, но ну они могут тебя наебывать. Да ладно, оставляем. Все, похуй. Next. Девочки, ваш вопрос. Ну давай, я не увидела сначала, что ты написала. Сейчас я посчитаю, сколько таких людей. Я просто не про всех знаю. Я пока на следующем вопросе буду. Смотри, вот это вот то, что я написала. Может, чуть-чуть планку поменяем? А, ты... Я просто вот так сделала. Но это из того, что я знаю. А ты хотела... Ну, тоже так подойдет. Остальные я вот не знаю. Так Макс не пела, если что. Ребят, я убираю только то, что говорит Джонни. Хороший вопрос, кстати, придумал. Ну-ка. Но в то же время опасно. Джонни, ты говорил Никса убирать? Нет, я не говорил Никса убирать. Или говорил? Я не помню уже, похуй. Не знаю, я даже Никса не вижу, блин. Потому что убрал его. Так, ладно, у нас вопрос такой. Надеюсь, сейчас мы подъебемся. Твоему персонажу 26 лет и больше. Ебать, откуда я знаю, сейчас посмотрю. Сколько? 26 плюс. То есть, если ему 26, то тоже ответ да. Если 27, тоже ответ да. Че? Я не знаю просто. Ой, блин. Бля, ну вроде да, Джонни. Че, я вот Twitch найду? Или ее? Он забанен? Или она? Тут ни одной девчонки не осталось, ну и... Да, нормально, фейкуй до конца. Я не знаю, Джонни не говорил Никса убирать, отстаньте от меня. Не, по-моему, потому что сквад у него не был, у меня... Убрать, да? Да, я писал, у меня список, я тебе в ЛС писал. Да, убирал Никса, потому что сквада нет. Короче, есть. 26 и больше. Так, мы убираем тогда строго.
А, 26. Строго магу, да. Магу, скилза, хантика, денджер Леху убирай. Подожди, а скилза... Скилзу 23 года. Чё, блядь? Кстати, смотри, Вадиму 28, Диману 38. А, ему 25, а в интернете 23 написано. А, 25. А, ну, так ему исполнилось, вчера исполнилось 26. Даже не физиджоне, нахуй. Фелкину, там тоже что-то. Вот Алоха, Рекрен. Да, давай загуглим сейчас сколько. Славе точно больше, по-моему. Он 97-го года. Это ему, да. 27, да, значит? Вот Рекренту 26 вроде бы сейчас. Блять, как сложно. Рекрент возраст. 27 ему, значит, оставляем. Так, Алоха, я не знаю. Я гуглю пока что. Пчелкина сколько? Почему Алоха 90 лет? Так, а, он 97-го года. Тоже как Слава, получается. Пчелкину много. А Максу сколько? Максу 25. А, 25. 25 Максу? Ну, исполнится в октябре 26. Ну, так мы убираем его или? Убираем. Правильно? Я ж не наебалась арифметикой. Не знаю, думай. Ты сказала 26 и больше. Он 98-го года. Ну, Максу 25, значит, он не входит в нашу категорию. Тогда мы Макса нахуй убираем. Получается, Серёга... А Серёге сколько? Ну, Юль, ну так и скажи, Макс нахуй. Макс нам не понадобится сегодня. Так, Григоряну 26, по-моему, есть. Ну все, девочки, как будто все. Все? Не знаю, сколько Серёге лет. Джонни, вопрос. Да, блядь, я ебал. Сейчас я пока загуглю, сколько. Это вопрос уже? Нет, вроде. Хотя, кто знает. Бля, ну у меня есть такой вопрос, но он мало уберет персонажей. Плюс нужно будет перепроверить. Давай что-то такое, ну типа, что не надо перепроверять полчаса. Ладно, участвовал ли этот персонаж в озвучке чего-либо? Ого. Я знаю вопрос. Я знаю ответ на этот вопрос, если что. Ань, сейчас. Я тебе пишу. Но надо загуглить. Может, потому что ты очень хорошо знаешь этого человека. Погуглю. Есть подозрение, Ром. Тогда бы я бы тебе про вопрос наебал, не отвечал бы так нахуй, как ответил в прошлый раз. А может, ты так специально аккуратно сказал, чтобы не спалить. Я без зубов прямо сейчас сидел нахуй бы. О, смотри, Юр. Ага. Сейчас кидаю. Вот так вот, да, ответим? Ну, если, и смотрите, просто к примеру, если его фразу добавили в игру, это не значит, что он участвовал в озвучке. Этот человек... Нет, смотри, этот человек участвовал в озвучке. В озвучке чего-либо. Ага. Блядь. Он сам, сука, не уточнил-то, блядь. Бля. Ну, Хантика давай уберем. Блять, Хантик озвучил. Он же крипер озвучил. Зомби в Майнкрафте. Так, я слева убираю, да? Так, ну-ка. Так, давай пока думать над своим. Сосавота убираем. Снизу вот прям рядом. А, вижу, бля, такое не увидел. Знаешь, какой вопрос? Синди убираем. Не первую, а вторую, которую. Угу. Так. Ну, Сильвер вроде что-то не озвучивал. Ну, давай Тоху уберем. Так, Дина озвучивала, Вудуш. Давай Дашу 2-2 плей. 3, ага. Mm-hmm. Так. Григоряна. Ты же Григорян? Да, это Григорян. Так. Участвовал, значит. Макс, я не знаю. Загуглю. Нет, не буду гуглить. Ладно, давай старого бога уберем. Смотри, вот такой еще. Фенаргот как будто что-то с дотой мог. Будто что-то, бля, Фенаргот везде мог подшуршать. Ему-то лет, бля, 500 уже. Юль, ты что-то озвучивала? Да. Все, оставляю. Да, не озвучивала вроде, нет, я не помню.
Не озвучивал. Убираем? Убираю ее. Синди, убирай, да. Макса тоже? 5H. Макса. А Гаечка что озвучила, Джонни? Вот я не знаю. Озвучила ли она? Хуй его знает. А, этот, подожди. А, киногонка же что-то должны были озвучивать? Знаю. Стоп! Юля! Ты же что-то озвучила для киногонки, нет? Еще не успела. Ну, значит, не озвучила. Все? Да нет, ну может кто-то дома сам по себе озвучивал что-то. Но не, ну это, понятное дело, у вас информация должна. Если у вас нет информации, то, понятное дело, это не считается. Да. Типа, вот это вот, как я озвучивала фильмы с киногонки, это тоже я бы не считала, если честно. Так это лажа. Хорошо, блядь, а Гаечка... Опа, Байон назвала киногонку лажей. Передача. Основательно. Устраните. Убираем Гаечку тогда. Устранили Гаечку. Ну, Рамзес, наверное, тоже. Тише, мальчик. Рамзеса. Убирать? Нахуй, да. Рамзеса. Давай Сильвера тоже нахуй. Да тоже в пизду, хорошо, в этот, карточки свои играй, компьютерные игры. Ну, Вудуш вряд ли что-то озвучивал. Давай Вудуша тоже кикнем. Пикми. Вудуш, пикми. Да. Ну, по идее, все. Все, давайте, девочки, ваш вопрос. Ладно, носит ли наш персонаж очки? Очки. Типа. Ну, для зрения. Да, а вы знаете про всех, кто носит, кто не носит? Ну да. Ну, основные, да, всех знаем. Ну, мы же не по фотке сейчас смотрим, а в целом. Не, просто в жизни, Блять. Это Макриски ставлю очко. У меня тут нет, придурок. Да, вот так вот лучше. Чего-чего? Ну, очки для зрения. Носит ли наш персонаж очки для зрения? Нет. Ну, тогда Славу... Рекрента убираем. Да. Рекрента убираем. Слава тоже в жизни носит очки для зрения же. Он в линзах. Он линзы сейчас носит, но иногда он надевает очки. Бывает такое. Ну я вот, думаю... поэтому я и спросил. Блять. Так, девочка, вы можете сказать Джонни сначала перед вопросом, сказать, кто носит, кто не носит? А, ну... Слава, носит как бы... Ликс, носит Бустер, носит Рек. Вадим, по-моему, носит очки, нет? Рек носит тоже. Ой, блять, Рек, Вадим тоже носит. Вроде, я не знаю. Не... Просто, может, кто-то уже начал линзы? Бля, они... Он. Ты сомневаешься, да? Типа не уверен, что он сейчас очки носит до сих пор. Ну, не, да ладно. Короче... Давай Рекрента убираем по-любому, потому что он носит очки. Так, Рекрента мы убираем, да? Ну, он носит очки, да, Юль? Постоянно. Ну, да. Хуй знает. Да-да, блин, ну... Так, Лех, так, так. Ликс постоянно на стримах в очках сидят, как минимум. Подожди, а мы спросили, носит ли очки, он сказал, да? Или... Он сказал нет. Нет. Он сказал нет. Поэтому мы те, кто очки носит, убираем. Next. Брат, ну вот Вадя Лоха я не видела. Да, Лоха нет. Серега точно нет. У Пчелкина были какие-то фотки в очках, но этот имидж, наверное, больше, чем для зрения. Короче, вот Слава и Вадим, да, под вопросом. У них как бы... У Вади, я не помню, у него зрение плохое, или почему он очки носил раньше, вот... На стримах сидел в очках раньше. Да вот выебывается он. Слава, вот у него зрение плохое, и он иногда носит очки, а иногда линзы сейчас. Ну вот типа вне стримов, как будто я Вадю видела в очках на чужих стримах. Или там на вебку, на шоу он носил, нет разве? Ну, короче, давай можем так оставить, но, типа, основные давай. Персонажи, кого надо выбить, это либо Серега, либо Пчелкин, либо Алоха. Да, да, да. Кого мы убираем? Будем... Кого-то убираем или? Не, все, оставляем. Нет, просто... Все, Джонни, вопрос. Просто они будут растеряны. Бля, сейчас я думаю прям... Сука, у меня 50 на 50 остается. Ну-ка. Окей. У этого стримера были официально, официально анонсированные отношения с парнем-стримером? Ну, либо со стримершей. То есть, были официально ли... они анонсили, что они в отношениях. А как это? То есть, допустим, у Леры не было такого, что она официально там, не знаю, блядь, с кем. А, так, нет, Джонни, мне кажется, никто официально не анонсил, я тоже не анонсил с Дашей.
Ну, типа, как это? Ну, короче... Откуда знаю, да, блядь? Так, не, официально, мы же, блядь, не вышли такие, типа, не сказали, мы встречаемся, и поклон въебали и ушли. Откуда тогда, блядь, дата, когда вы поженились там, блядь? Я не знаю, блядь, что-то подкинули, нахуй. Какой-то странный вопрос, потому что такого, чтобы кто-то там, типа, анонсил, объявлял. Хорошо, открытые отношения с... Публичные? Да. Ну, да, наверное. Да, есть. Да. Были да. ли когда-нибудь, так. либо сейчас? Не, вообще просто публичные, типа... Со стримером. Да. Значит, убираем Алину Рин и Дину. Так, хорошо. Смотри, у нас мейн десаут Пчелкина Алоха. Да. И надо как-то выбить кого-то. Стоп, а у кого с кем Морфи сейчас этот? Нет, ну типа там же, я не знаю, какая хуйня, но... С Авилоном. Блядь. Так. Я вообще не знаю, какой можно к ним троим вопрос прилепить. Кто у вас трое, блядь? Кто у вас трое остался? Ну, основные Пчелкина Алоха и десаут. А те второстепенные, но там как повезет. Пчелкин Алоха десаут, а бустер этот, блядь, с Авилоном второстепенный, понял. Так. Я, по-моему, охуенный вопрос нашел. Подожди. Ну-ка. Девочки, давайте. Найс, все, я знаю, что я задам вопрос. Сейчас. Ну окей, ладно. Есть ли у данного стримера машина? Бля, это я не знаю, кстати. Но если ты не знаешь, то ты точно знаешь про бустера, Вадю и Пчелкина, что у него есть. А у Пчелкина есть машина? Да, это дурёшка началась, Юль. Это натуральная дурёшка началась. Бля, ещё скажите Джили какую-нибудь, бля. Типа, это Джонни, блядь, а может номер еще сказать тебе? Джонни. Вот про Лоху бы. Серёгу тоже, я думаю, Джонни точно знал, что у Серёги нет машины. А про Лоху он бы не знал. Неужели это Алоха, Джонни? Либо он просто... Вы вопрос выберите, какой вы знаете. Да, кстати, я вопрос не слышу. У человека есть машина или нет? Ты же можешь и погуглить, если ты не знаешь, например. Ну, не факт же, что написано в интернете. Но я, смотри, по информации, которая в интернете, и которую я знаю, у него нету машины. Окей. Ну, все, мы убираем троих, Вадим... Алоха, Серега остается, и будем уже угадывать на следующий раз. Так, смотри, получается, мне сейчас я не могу убрать и стрельнуть, верно? Да, тебе надо угадывать, либо убрать двоих так, чтобы у тебя остался один только. Но у меня есть один вопрос, и он такой 50 на 50. Да, братан. Ты тут выбирай, либо 50 на 50, либо 33. Ну просто они же тоже вопрос зададут. Но у них уже в следующий раз как будто все уже, они выебали. Типа они, понимаешь, они загадают следующий вопрос, и кто-то отпадет, и у них останется только один. Так что тебе надо либо сейчас угадать, либо так отрезать, чтобы это. А, ну слышишь? Окей, убирай Фенаргота, это без вопроса, я просто говорю, что, ну, я же могу, правильно? Ну да, что хочешь делать, братан, что хочешь. Все, убираем Фенаргота, и у данной стримерши баннер красной букмекерки. Что значит? Я проверю. Цвет? Но есть желтая букмекерка, есть красная, поэтому уточню. Нет, не красную. Это морф. Нет. Значит, стоп, еще раз. Не красная. Не красная. У нее не красная, значит желтая. Да ну, все, это Фенаргот все? Был. Это Фенаргот был. Че, так он проебал, в смысле? Кого он озвучивал? В доте. Так ты его сам не убирал, не убирал по озвучке. Подожди, я же сказал, что если его фразу добавили, оно не считается. Ну, не, подождите, он делал озвучку для Доты 2, у него это даже в ВК, в паблике написано. Так он и Пуджа озвучивал или нет? А он озвучивал Пуджа или нет? Не знаю, но... Девочки, все, давайте, вы что думаете, можете убрать просто кого-то этот... Ну, мы можем вопросом... Да, вопрос задавайте. Ебашит ли в папку? Это жестко. Да, Лоха ебашит папку, да. Да, давай. Ну, Джонни! Что? Да, Алоха не ебашит папку.
Как нет? Нет? Ну, да, ну давай, реально. Ну жестко ли ебашит папка стрим? Ну что для вас жестко? Ну давай, отвечай. 1000 часов папку данного стримера. Ну надо его в стимнете посмотреть. Ну, начинается. А зачем, если меня лохом нужен? Короче, с победой, девочки, с победой. Спасибо. Ну ёбаный Финаргон. Туда его нахуй. В чате, кстати, накидай ему немножко, блядь. Блядь, за что Финаргон? Ну я, сука, почему-то был уверен, нахуй. У меня был... Да, Финаргон в чате. Фин, мы как твою фотку увидели, сразу поняли, что тебя надо загадывать. Да, Юля мне скинул твою фотку. Нахуй, ты что-то озвучивал в доте, Фин, блядь. А, я просто скинул. Не, ну ладно, там было, братан, там было вот так. Бля, вот так, они сомневались. Куда ты кидаешь? Они кидали, я в камеру показываю. Там было Было близко. Я еще так подумал, типа, ну блять, ну Рома, может быть, специально промолчал про Дашу. Нет, ты что, вы такой про Дашу? Меня бы не было живых, братан, если бы я так сказал. Все, спасибо огромное, что пришли. Извини, что так задержалось.